Ребята, всем добрый вечер, даже добрый вечер, с вами Друг, с вами шоу Друг с Другом, и Ханс Циммер, который играл, или Зиммер, или как удобно вам, играл на фоне не просто так. Все дело в том, что сегодня произошло несколько новостей, очень спорных, да в целом более печальных, наверное, чем счастливых. Коротко, сегодня короткий информационный блок, а потом перейдем к играм. Давайте быстренько по новостям пробежимся. На данный момент известно достаточно интересное изменение в мире профессиональной доты. Так вот, DreamHack, известный турнир. DreamHack, неизвестный турнир, точнее, а геймшоу, конечно же, вместе с DreamHack объявили о своеобразном празднике для всего СНГ-комьюнити. Главное событие, по сути, этого года, в принципе, в мировой доте, выпало на СНГ, регион и финал главного турнира Global eSports Cup Season 1 с призовым фондом $330,000. Финал этого турнира пройдет в Москве. Он будет проходить 5 и 6 декабря. Предварительно там пройдет большая часть отбора. Много команд будет участвовать. Безусловно, это топовые коллективы из разных регионов, плюс квалификации региональные. Ну и вот финальная часть пройдет 5-6 декабря в Москве. Призовой фонд $330,000. Это говорит о том, что турнир будет глобального масштаба. Да, это, конечно, не валвовский турнир. С другой стороны, любой турнир, который не вал... Вообще ни один турнир, кроме валвовских, это не валвовский турнир. Так что ничего удивительного. Команды будут топовые, все будет топовым, все будет на высшем уровне. Ну и список команд, которые планируют принять участие, это CDEC, это LGD Gaming, это Vici Gaming, это Yuhoumen, Yubi, Invictus Gaming, Ашеры, Альянс и Ниндзя в пижамах, Фнатики, Минески, Феникс, Старк, Комплексити. И плюс туда еще СНГ коллективы подключаем. Скорее всего, это Empire, это ВП и это Vega Squadron. Собственно, вот такой турнир, и выпадет он на Москву. Если вы там где-то рядом будете находиться, сможете в прямом эфире с места событий наблюдать это знаменательное событие. Вторая часть. В принципе, все по новостям касательно глобальных каких-то вопросов Доты. Больше ничего не случилось за последние два дня. Случилось вот что, и для СНГ комьюнити достаточно неприятная вещь. Так вот, команда HellRaisers потеряла Дреда и потеряла Митрима. По поводу Митрима очень странная, в принципе, ну так, сомнительная, грустная новость. Но сам факт, что Ашеры теперь без Дреда будут. То есть Лев уходит, Прайд остается. Как быть с этим, непонятно. Много было разговоров, что Дред якобы планирует в какой-то новый коллектив появиться, планирует выйти и участвовать в, ну, создать новый коллектив с новыми освободившимися чуваками, о которых я скажу через 20 секунд. Вот, но информация, в принципе, не подтверждена, источники очень такие хлипкие. И теперь главное событие, которое, по сути, омрачает вообще жизнь СНГ-дотеров. Да, у меня там есть приписка на моем канале By Empire TV. Безусловно, мы в стаке с Team Empire сотрудничаем, дружим, работаем совместно. Но не сказать с грустью об этом событии, я думаю, было бы полнейшим кощунством, потому что команда Natus Vincer, коллектив, который долгие годы радовал всех, коллектив, который привел очень много людей в Доту, сейчас расскажу о себе в частности, он распался. Его в том составе, в котором он был, присутствовал последнее время, его больше нет, и по официальной информации его больше не будет. Такие люди, как я, не буду брать новых ребят, там PSM и Санейка, они были приходящими-уходящими фигурами.
Фаник тоже был фигурой очень значимой в Доте. Его больше не будет, по крайней мере, под флагами Нави в профессиональной Доте. Но что еще важнее, такие ребята, как Хвост и Дэнди, покорители первого Интернешнала, главные лица действующие, главные медийные фигуры, главные вообще юмористы-весельчаки, герои тысяч, наверное, сотен, миллиардов просто мемов в интернете, герои популярные и по своим стримам, и по своим комментаторским каким-то штукам, и, конечно же, по своим фишкам внутридотовым. Это три рапира на хвосте, это пуча Дэнди. Все это уже не будет в черно-желтых цветах. Неизвестно, будет ли это, в принципе, вообще в каких-то цветах. Возможно, ребята навсегда закончат с Дотой, хотя слабо в это верится. Но сам факт. Этой команды больше нет, и в том составе, вот, в котором она была, к сожалению, ее уже не будет. Расскажу коротко о себе. Собственно, мое знакомство с профессиональной Дотой, как и, наверное, подавляющего большинства тех, кто нас смотрит, слушает, и тех, кто нас не слушает, но играет в Доту и любит ее, началось с команды Na'Vi, и тут даже, наверное, преувеличить не получится. Это первый International, безусловно. Это второй International, безусловно. Это третий International, безусловно. Na'Vi — это легендарный коллектив, и по большей части он легендарен благодаря легендарным людям, которые там играли. Опять же, сейчас возвращаюсь к Хвосту и возвращаюсь к Дэнди. Александр Дашкевич, Данил Ишутин, Глеб Фаник. Все эти люди, по сути, творили историю СНГ Доты. Такой ажиотаж вокруг Доты в СНГ комьюнити и СНГ Дота Бест Дота Эва во многом обязаны конкретно этим людям. К сожалению, при великому мы с ними прощаемся. Как это прокомментировало руководство такой компании, как компании, наверное, да, Na'Vi? Сказали, что правильно, в принципе, все сказали. Сказали, что в связи с затянувшимися неудачами, которые постигли команду, были вынуждены расстаться с данным составом, вот со всем стаком из 5 игроков, который был. Не очень жалко Снейка, не очень, конечно. PSM тоже достаточно новый, но вот 2-3 человека очень важные, которые отвалились, это прямо-таки, скажем, ну я не знаю, как... Что с чем сравнить, это как компьютер с компьютерной мышью, а клавиатура с кнопками. Так и Na'Vi с Дэнди, Na'Vi с Хвостом. Других Na'Vi я не знал и не уверен, буду ли знать вообще, пока непонятно. Но напрямую эти два игрока связывались с именем этого славного, безусловно, славного клуба, поэтому была бы у меня шляпа, я бы снял шляпу и сказал бы, что мои огромнейшие сожаления. Огромнейшее сожаление, история, правда, имеет свой конец, ну и это, знаете, так просто провожаем, как будто просто кого-то провожаем, очень грустно по этому поводу, ну и стало показательным это все, что имеет, все, в принципе, имеет начало, имеет конец. И было понятно, что возраст у игроков уже не маленький по меркам про-игроков, за редким исключением Фир, остальные, в общем-то, в возрасте там выше 25-26 лет заканчивают свою карьеру киберспортсменов. Было понятно, что не тащат Na'Vi не потому, что у них полоса неудач. Это не полоса неудач, это то время, когда надо уходить уже. Из бокса уходят в определенном возрасте, из футбола уходят в определенном возрасте. И Na'Vi не могли с этой группой, с этим стаком игроков тащить игры. И не случайно, не просто потому, что кто-то сглазил Na'Vi или кто-то там куклы Вуду, Хвоста или Дэнди тыкал иголкой во время игры. Нет, просто ребята закончили свою игру, и на данный момент они не конкурентоспособны в современной Доте. Но от этого их заслуги никоим образом не меньше. Огромный респект вообще команде Na'Vi, всему руководству, безусловно, за ту медийную бомбу, которую они создавали на протяжении последних лет и, наверное, будут создавать, потому что в медиа эти ребята по-любому останутся. В медиа, конечно, приближенному к Доте. Но в целом мы с ними прощаемся. К сожалению, придется с этим смириться. В том составе, в котором есть, уже не будет Na'Vi. Очень хотелось бы, да, кстати, хотелось бы подумать и порассуждать. У меня время есть, новостей, в принципе, у нас немного, поэтому поговорим. Интересно было бы увидеть в стаке Na'Vi, лично мне, абсолютно новые лица, глобально новые. Как новые лица появлялись в команде Wild Geniuses, как появился Сумаил. Просто самородки из обычных пабов, которого взяли, нашли, пристроили к команде. Немножечко добавили опыта туда, немножко организации. И просто заблестел этот игрок в стаке команды Evil Geniuses. Очень хотелось бы
очень хотелось бы увидеть кардинально новые лица. То есть те, кто не примелькался. Я даже не говорю о совсем молодых игроках, которые уже и поиграли там в Ашерах, в Веге, где угодно. Я думаю, что несмотря на то, что Нави переживала нелегкие времена, играть в Нави это всегда было топом на самом деле. Последние два года, наверное, не так, но в целом, я думаю, где-то на подсознании, на внутреннем ощущении играть в этом коллективе за честь принял бы любой игрок. И говорю это абсолютно открыто и абсолютно серьезно. Жаль, но все имеет свою конечную точку. И вот сегодня, 16 октября 2015 года, конечная точка того состава Нави, который мы знаем. Полный дисбанд, конец и респектуля полетела команде Нави. Спасибо огромное за потрясающую бурю эмоций. Все было просто великолепно. Я надеюсь, мы еще увидим этих ребят. Где увидим, не знаю. В каких составах, не знаю. Будет ли это профессиональная сцена. Возможно, они уйдут красиво, так, чтобы не возвращаться. Это было бы, как минимум, эпично. Все, друзья. Все, поговорили, провели. Теперь выключаем мы грустную музыку. Хватит с нас. Там уже пираты начались, да? И начнем разговаривать о вещах других. Вещах менее скорбных, менее грустных. Но при этом, в общем-то, нам интересных. Да, все нормально, музыка играет. Давайте переходить к нашему реалити-шоу, и там внутри него будем разговаривать. Всем еще раз огромный привет, добрый вечер. С вами Друг, мы переходим к нашей лайвовой части секшена. Это реалити-шоу и наш проект Road to the International 22 знака вопроса. Все, поехали. Друзья, теперь о негрустных вещах. Вещах, которые не печальные. У нас проект Road to the International. Это реалити-шоу или максимально приближенное к реалити-шоу проект. Я его ведущий, Дмитрий Друг. Со мной Иван Шведов, он чуть попозже ко мне подключится. Через скайп, конечно, у нас 2015 год. У нас 5 игроков в команде, которые мы набрали по видеозаявкам. Я эту фразу повторяю уже раз, наверное, 12-й, но кто не в курсе, объясняю. Мы провели кастинг, набрали ряд участников, из них выбрали 5 наиболее интересных, на наш взгляд, и пытаемся понять, каково это быть аматорским игроком со средним, в принципе, уровнем игры, и как на ребят подействует слаженная игра, постоянные тренировки в одном и том же стаке, как они будут прогрессировать, как они будут повышать свои индивидуальные скиллы, командную коммуникацию, как они будут проявлять лидерские качества или, наоборот, качество подчинения толковому капитану. У нас и то, и другое есть. И те, кто научились слушать, и те, кто проявили себя как разговорчивые ребята. И, конечно же, мы проверим их в итоге боем на нашем турнире осеннем, который будет проводиться вот уже скоро. Будет проводиться в ноябре и откроет серию, большую, огромную серию глобальную аматорских турниров. Турниров, в которых может принять участие каждый из вас. Так вот, команды, которые мы набрали под чутким надзором моим, Ивана Шведова, и, конечно же, вашим чутким надзором, ежевыпускно играет отчетные матчи. Мы наблюдаем и за их тренировками, и на следующей неделе вы увидите подборки, нарезки, эпичные моменты с тренировочных матчей. Мы придумали новый формат, в котором ребята будут тренироваться. Но уже сейчас нам стало, ну, понятно, прошло время, нам стало немножко скучновато, чтобы ребята просто играли и ничего при этом сверх такого феноменального не происходило. Выигрывали, проигрывали. Это пока не суть, как важно.
Мы ребятам придумали, я лично придумал на прошлом... В прошлом выпуске придумал задание. Особенно они играли на нестандартных для себя линиях. Мидлейнер отправился саппортить, керри отправился в оффлейн, саппорт стал на позицию керри. Но это все привычно, это все, в общем-то, такая обиходная вещь. Вы в пабах можете, будучи мидлейнером номинальным, точно так же играть в роли саппорта, если саппортов нет. Это все нормально, это все обычно. Но фишка в чем? Сегодняшний выпуск будет достаточно веселым, как минимум первый матч. Первый матч ребята проведут в следующем формате. Наши герои, сейчас я точно детально вам расскажу, что я ребятам сказал и как, в общем-то, это все должно смотреться. Наши игроки-герои получили следующее задание. Это же скайп пищит, так не должно быть. Так вот, на первый матч задание для ребят, я его буквально зачитываю так, как им было оглашено. Ребята, играйте все на своих позициях, но героев кикайте от противного на этот раз. Керри-герой, в частности у нас Влад Костенко, Юникорн играет на керри-героя. Для него возьмут героя, который является по дефолту саппортом, который не используется как керри-герой. Ребята не могут пойти на хитрость и не могут взять заведомо крутых саппортов, которых иногда одевают в керри даже профессиональные команды. Это Vengeful Spirit, конечно же, это Silencer, это... Веномансер, такого быть не может. Берутся дефолтные саппорты, возможно, из современной меты, возможно, из прошлой меты. Такие варианты, как Dazzle, такие варианты, как Witch Doctor, там, возможно, Skyros Mag, Ogre Mag, неважно. Но сам факт, в роли керри будут саппорты, и иначе быть не может, поэтому договорились таким вот образом. Второе, мидлейн. Мидлейн будет точно таким же, как и керри-линия. Точно таким же. Там тоже будет какая-то ерундистика. И на этой ерундистике придется мидлейнеру отстоять. Придется быть на равных против Квапы там, или против Штом Спирита или Шрака. Кого их оппоненты пикнут, это непонятно пока. Но сам факт, придется стоять очень недефолтным персонажем. Та же история с оффлейном. Оффлейн тоже будет играть на саппорте, заведомо саппортом героя. Одеваться ребятам придется так, как они одеваются, когда играют на керри. Реализовывать своих героев придется точно таким же образом. Весь фарм забирает тот, кто играет в роли керри, но при этом пикнул саппорт на себе. Конечно же, мидлейн та же история, оффлейн та же история. Саппортить этих ребят, роумить, саппортить, вардить, девардить, покупать курьера, покупать манго, бутылки, неважно абсолютно, будут теми героями, наши игроки, которыми они не играют в принципе. Это герои сугубо лейт потенциала. Это антимаги, это Фантом Лансер, это Фантом Ассасин, кто угодно вообще. Тот, кто стоит на мидлейне, это может быть Квапа саппорт, это может быть Пукш саппорт, это может быть Обсидиан Дестройер саппорт, совершенно неважно. Это будут те герои, которые занимали главные роли на своих линиях. Посмотрим, как они выкрутятся, посмотрим, что они придумают. Ребят как-то в какой-то момент топовый стак один, против которого они играли, оказался керри-героем Рубика. Это возможно, это возможно. Поэтому сейчас очень неудобное для них состояние будет, но в принципе у нас-то фан никуда не девался, чё, скукотища такая. А второй матч сегодня они будут играть на своих привычных позициях. Мы посмотрим, как они сумеют перестроиться, не взорвет ли это им мозг на первой игре. И будем понимать. Помимо этого, конечно же, ребята записывают видеодневники постоянно и рассказывают, что там у нас происходит за кадром, что мы не можем уловить, потому что это не Дом 2, это не проект за стеклом, и я не могу с камерой пойти в квартиру к ребятам и снимать. Но один видеодневник от одного участника записан был в таком формате, как будто я пришел с камерой к нему домой и снимал, что он делает. Достаточно... интересный видеодневник, так его назовем, мы когда монтировали его, ну, как это сказать, пришлось нам выкручиваться немножко. Героем этого видеодневника стал саппорт номинальный данного коллектива Канат Хасанов. Он раскрывается с каждым днем, я это неоднократно подмечал в наших стримах. Он становится более разговорчивый, более раскрытый, более, так, знаете, харизма какая-то раскрывается в нем. Она была в нем, но была, видимо, глубоко, потому что раньше он очень скромно выглядел и скромно себя вел. На этот раз он прислал такой видеодневник, который, в общем-то, говорит, что он раскрылся полностью, что он открыт для всех и для каждого, что он
теперь не совсем скромный, что он может себе позволить всякое. Такой видеодневник, который мы посмотрели и подумали, воу, так, подождите, с этим что-то надо сделать. Мы кое-что с этим сделали, но в целом давайте послушаем. Вопросы стандартные, а видеодневник, знаете, такой забавный вышел. Давайте не буду вас томить, я покажу и откроем серию видеодневников. Вопросы, как обычно, я им задавал, вопросы вы найдете в правом, левом экран, левый. В левом нижнем углу, конечно же, и наши герои, наши участники ответят на вопросы, которые я им поставил до этого выпуска. Ну и после этого мы свяжемся с Иваном, перейдем к матчу, который, в принципе, уже по тайму должен начаться. Один дневник смотрим и врываемся в экшен. Поехали! Видеодневник Каната Хасанова, саппорта команды Road to the International. Приготовьтесь! Всем привет, это снова мой видеодневник, в котором я хотел бы рассказать о том, почему... Всем привет, это Канат Хасанов. Моя любимая легион Dota — это Китай. Китай, потому что это единственный легион, который занимается профессиональным Dota серьезно и относится к ней. Серьезно, потому что даже если европейская или американская дота чем-то сильнее, чем китайская, это только потому, что они пробиваются за счет талантов. Все-таки сильно и серьезно этим занимается только Китай. Остальные относятся к киберспорту как таковому не очень-то и серьезно. Я бы вернулся в прошлое и не играл бы с людьми, с которыми я играл. То есть я играл с людьми, которые очень слабо играют. Из-за этого у меня развитие в Доте шло медленно. А я бы хотел вернуться назад и играть с людьми, которые более опытнее. Я упустил как игрок, упустил то, что, как нужно лосхитить, и упустил микромоменты. То есть как микрить на каких-нибудь героях, там, Мипа, там, Визар. И возвращаться к этому мне очень сложно. Честно скажу, мне не понравилось, как играет в целом вся команда, и мне не нравится, как все играют. Честно, некомфортно ни с кем. То есть мне комфортно со всей командой, но я не так уж и часто игрался с людьми со своей команды, и когда я их приглашаю, они не принимают мои приглашения в пати, и не знаю, с кем мне комфортнее всего, и считаю, что ни с кем не комфортно. Это честный ответ. Мне не нравится, что я выгляжу как белая ворона среди этих людей. Слишком много, наверное, фейлов за это время я сделал. Но мне не нравится то, что многие из нас, точнее все из нас, непрофессионально или некорректно выполняют свою роль. Но можно далеко не ходить, даже роль капитана, по мне, она не выполняется настолько, насколько возможно. Если в игре мы совершаем какие-то ошибки, капитан поступает не профессионально и начинает там гореть, комментировать. То есть это нормально, это человеческий фактор, но если судить по моральной части, то есть самым сдержанным и спокойным должен быть капитан, чтобы адекватно расценить ситуацию и адекватно руководить всеми. Нервы и эмоции должны быть исключительно после игры, а не во время. Я считаю еще, что мое слово почти ничего не значит в этой команде. Это тоже во мне не нравится. Думаю, с моим сокомандником некомфортно со мной играть, потому что я приседаю по личному скиллу. Думаю, что каждому из нас в нашей команде стоит сосредоточиться на своей роли, более точно понять и выполнять свои функции и быть на 100% спокойной. В целом, команда неплохая, но есть над чем работать и есть куда двигаться. Каждому из нас, не только мне, не только хардлейнеру, не только мидеру, не только керри, даже капитану. Всем спасибо, кто меня слушал. Это был Канат Хасанов, игрок МТБ. Пока. Возвращаемся. Вот такой вот видеодневник, парень, просто жарко было, или я не знаю, или весело было, не знаю. Обычно у нас Владимир Дворников, это мидлейнер нашего коллектива,
Обычно Владимир Дворников занимается веселухами всякими, вот. Но тут канат, в принципе, не хотел веселить, просто, может, было жарко в комнате, может, еще как-то. Мы получили такой видеодневник. Времени на пересъемку, конечно же, не было. Да и мы не хотели переснимать, будем откровенны, нам нравилось с этим работать. Правда ведь? Нам очень нравилось с этим работать. Ну, просто пофаниться решили и немножко подблюрили, чтобы сохранилась некая интрига. Канат на будущее можешь прислать видео в каком угодно формате, мы будем работать с ним, насколько это возможно. Ну что, я связываюсь с нашими ребятами, там уже дота в полном разгаре, как я понимаю, у меня клиент устарел. Не могу понять почему. Сейчас позвоню Ивану и все узнаем. Так, друзья, у меня на связи Иван Шведов, наш... мой несменный помощник, товарищ и друг, друг друга, и сейчас будем разговаривать. Где ты, Иван? Иван? Привет, Иван. Привет, привет. Плохо слышу тебя. У тебя, говорю, устарел клиент? Да, у меня устарел клиент. Я сам устарел за это видео последнее. Да, как тебе? Сам устарел. Канат меня прям не перестает удивлять. Пацан просто раскрылся, все говорит. Вот я, вот такой. Любите, цените и уважайте. Да, у меня устарел клиент. Подскажи мне по этому поводу, что мне сделать. Попробуй перезапустить Steam, проверить его на обновление. И вроде должно все заработать. Но я не глупый, я это делал. Почему не работает? Я перезапускал дважды уже. Ладно, расскажи мне, ты был на тренировках пока я перезапускаю, расскажи, ты был на тренировках вчера, сегодня? Как тебе вообще, что там происходит? По-моему, я не был на тренировках. Тогда расскажи, вот если бы ты был, как думаешь, что бы ты там увидел? Так вот, смоделируем ситуацию. Допустим, ты был на тренировке, потому что я не придумал план Б. Ну, я думаю, что Канат играл вместе с тобой. Думаю, это было весело. Особенно после последнего видео. Что там за игры? Так, ну что, только у меня Steam запустился. Сейчас, секунду. Ну, здесь уже идет пик. Я, к сожалению, не успел написать ребятам, что им пикать. Хотя я придумывал, тут сидел. Ну ладно. Ничего страшного, сами, если что, разберутся. Сейчас, главное, чтобы не устаревал сильно. Устарел клиент. Пожалуйста, запустите последнюю версию. Я не знаю, что делать. Ну, попробуй еще раз. Но меня в доту пускает. Я могу смотреть их игру, я могу заехать. Ну, тогда заходи, и будем смотреть игру. Да, как тебе вообще идея, которую я ребятам подбросил? Как ты думаешь, весело ли будет? Ну, я думаю, будет достаточно интересно. Хорошо. Надеюсь на это, что будет достаточно интересно. Сейчас напишу, все-таки еще чуть-чуть успею по поводу пика. А ты в лобби с ними сидишь, да? Нет, я не сижу с ними в лобби. Я пишу им в чат. Ну, ты же понимаешь, что ты... А, они в чате еще обсуждают, да? Давай, наверное, на доту переключаться и будем там обсуждать, что же они там понапридумывали. Подключайся. Что-то, кстати, у тебя с голосом стало. Что-то с голосом? Хуже, лучше? Ну, как-то... Сейчас нормально. Может, я заболеваю. Такое может быть. Раз, два, три. Все, нормально, поехали. Ну, нормально. Так это ты имеешь в виду секунду назад стало или вообще сегодня? Целый день. Сейчас снова как немного роботизированный становится. Не знаю, пока все нормально. Либо хриплый. Может быть. Все, давай, заходи в доту. Или мы уже там? Я уже там. Ты уже там? Да, сейчас камеру отключу. Ну и поехали. Теперь давай гадать, кто же куда отправляется. Луна саппорт, правильно я понимаю? Ну, это типа керри, но это должно быть саппортом. Абадон тоже должен быть, я так понимаю, саппортом или керри. Такой себе герой. Да, они почитерить решили немножко. Они берут Абадона, но если они его отправят в роль керри, то это, знаешь, это Венга, это Веник, это Сайленсер, это жестко. Но если они отправят его... А если они его отправят саппортить, это же вообще халява. Ну, типа тоже. Единственное, где я принял бы Абадона, это на центральной линии.
Вот там, пожалуйста, бери Абадон и иди на центр. И думаю, стоит об этом сообщить ребятам. Ты сможешь? Да. Ну, типа, да, мы вето накладываем и говорим, если Абадона брали, то только для мидлейнера. Если не для мидлейнера, то репикайте. Со своих проплаченных аккаунтов, что хотите, делайте. Все-таки взяли Нагу, а? Вот хитрозадые ребята. И куда этот герой? Ну, типа, саппорт. Ну, он же и так, типа, саппорт. Вот. Ну, типа, если мы... Сейчас откроем героев. Нага у нас будет считаться керри. Нага будет считаться керри, это понятно. Но Нага саппорт — это Нага саппорт, и в мите, в доте она тысячу лет вообще уже как существует. И это все знают, и я написал в общем списке, что ни Винга, ни Сайленсер, ни Нага, ни... ладно, четырят и четырят. Все равно им будет неудобно. Веселье может быть поменьше, но в целом не должно быть особо удобно. Луна саппорт и Нага, наверное, саппорт. Смотри, такое ощущение, что ребята из противоположной команды прям знают, против кого играют. Угу. Забанили Баунти Хантера, Дарксира, Анденга, Дума. Угу. Все, чем играли наши ребята. Либо кто-то очень быстро прочекал профили. Возможно, возможно. Это обычный подбор, да? Да, это обычный подбор. На следующую игру должна... Они здесь вот читерят. Я их к чертовой матери разгоню всех. Что это такое? Всем дисбан. Дисбан, просто в Нави сейчас пойдете все. Что за народ? И здесь полусаппорт, полукерри, полу... И кто он? Саппорт, тут ух, у меня горит. Ну, он типа будет саппортить, будет покупать всем банки. Угу. Почти не так, как в профессиональной доте. Почти. Ну, да. Это же типа паб. Ну да. Типа аматоры рулят. Все. То есть конкретно было задание. Конкретно там. Хотите керри героя, там берете Дазла, ВД, Скайрос мага, Рубика. Это все понятно. Там хотите брать, они Нагу еще в керри пустят, и алхимика, и скажут, блин, ну он же как бы как саппорт сейчас используется. Мы решили его... ладно, будем надеяться, что по линиям будет веселье. Так-то, в принципе, в общем стаке это все смотрится очень дурацки, как по мне. Так что пока нормально. В неловкое положение, как минимум, мы их поставим. Ну, типа, комбо-бомба, там, Нага всех усыпила, пока они впятером в куче стояли, алхимик намотал стан, Луна зарядила кит. Луна Меку. Леон. Юникорн на Леоне, это уже хорошо. Центральная линия, Люся, Годлайк, Алхимик, Эраста будет стоять сложную на Наге. Сайрон, ну, конечно же, Канат Хасанов Луна, да, и Абадон керри. Ну, вот ты знаешь, как-то мид Алхимик, мне кажется, это не то. Не то в плане... Вот, они свапнулись, да, все, свапнулись. Люся, Годлайк взял Абадона. Центральную линию. Кидара взял у нас алхимика. Хорошо. Уже лучше. Помнится, Кидара играл на алхимике с саппортом вместе со мной в пабе. Так вот, он за 16 минут собрал 4 аганима. Что? Еще раз. Ну вот, за 16 минут он собрал всем по аганиму. Подожди, команд. Так это ГПМ должен быть 1000. Ну, он, типа, очень дерзко фармил, забирал все руны. Ну, там еще в несколько фрагов перепадало. Ну, это жирно, это, безусловно, жирно. Ну что, у нас саппорт Луна, у нас керри Леон, у нас саппорт Алхимик. Ну, ладно, окей. Мидлейн Абадон тоже. Нет претензий, Нага сложная, это чит. Но тоже такой себе чит, получит. Так, наверное, представлю соперников. Давай. Барабашка играет у нас сначала с Кнайте, Спиди играет на Шейкере, Супермен, наверное, это Дэнди, играет на Виндрейнджер, Мама Я в Милане играет на Венджифул Спирит, и, господи, что за ник, играет на Тускаре. Так, я не видел его, кстати. Сашка Хворост. Все очень просто. Сашка Хворост. Ну, Сашка, видишь, Хворост. Я...
не умею читать. Это эти утки в соцсетях по типу, если вы можете это прочитать, значит вы относитесь там к 17% людей, которым не важно расположение там букв и их написание, где пишут там текст цифрами или, или буквы меняют местами. Воу, а почему у нас Кидары в миде стоит? А спроси, я не знаю. Для него это, я не знаю. Ну, непривычно, он обычно же на саппорте играет. Ну, я не знаю, честно говоря. Не понимаю. Как бы они сами себя не обыграли в этом, да, в этих хитрых штукенциях. Так, может быть, да. Недопоняли задание? Может быть, но на них это не похоже. Так, ну так, ладно, так. Разберемся потом. Итак... Противостояние на миде. 5-0 идет у нас Кидара на Алхимике. 2-2 Виндрейнджер. Эраста на Наги Сайрон не добил еще ни одного крипа, но практически апнул левел. Люся Годлайк делает отводы. 0 крипов. Юникорн на Леоне. 4-2. Очень непросто ему. Борз саппортит как может. Тускар, кстати, также не забрал еще ни одного крипа. Шейкер у нас тут делает даблстаки. Нет, просто отводы. Притом еще и не получилось. Ну, Люся в лес вообще ушел. Странно, с мидером обошлись. Люся отправился в лес. Кстати, посмотри, он ничего себе не, нет, не качал. А еще Афотик Шилд. Сейчас, если будет качать, только на втором левеле. Ну и фармит стаки. Может себе позволить. Алхимик у нас забирает руну. Баунти руну. Очень читерскую руну для него. Угу. Денежки уже рекой полились. 2270 штук. Что? Как это за 2.5 минуты? Это... Так, опасно. Шейкер у нас пришел на мид в инвизе. Кидара его не видит. Также он не видел, что Шейкер забрал руну, но играет достаточно аккуратно. Ну да, не спускается. Ну, винфа пошла, видимо, что спиди ушел. Кидара здесь, лишь бы сейчас не быкануть против Супермана. Ну и Кидара отпивается батло и уходит в зону невижена. Супермен в итоге его не забирает. Нормально, ГПМ чокнутый у Кидара. 600 с копейками на 3-й минуте. Я понимаю, руны там, все дела. Ну, типа это алхимик, ну, который не пропускает крипов. Но баунти руны, они же ведь каждые 2 минуты будут появляться. Его реально больше интересуют баунти руны, чем там хаста, регенерация, я уверен в этом. Это точно. Гораздо больше. Так, что у нас на нижней лайне? Юникорн 19-3. Луна подфармливает еще 2-4. Луна, да, вообще читерит. Фармит, добивает. Позорище, как это, кто допустил? Раста на топе имеет крипстат 5-1. Покупает себе сапог. Барабашка, в свою очередь, добил 18 крипов. Начало с крипом. Вау, у меня остановилась дота. У меня... Нет, все у меня все окей. Все работает, все здорово. Так, когда же... Как ты думаешь, когда пробьют первую кровь? Что еще раз? А вот уже. А вот, вот и ответ на мой вопрос. Когда пролил первую кровь? Сейчас. Кого убили? Люсю. Люсю. Виндрейнджер под руной дабл дэмэджа. Кидара Манси, тут ДДшка, Кидара отпивается батлой, ну и этого не хватает. Дабл килл и умрет, не умрет, умер. И алхимик все равно с деньгами остался. Ну, типа минус 149 у алхимика, плюс 524 у Виндрейнджер. И 160 монет заработал Шейкер. Юникорн 27-3. По крипстату, по крипстату, по крипстату. Жду, смотрю.
У меня просто какое-то издевательство. Тут кто-то в настройках поковырялся. Так, ну что, Юникорн цепляет у нас... Юникорна, точнее, у нас. Сашка Хворост цепляет. Уйдет ли Юникорн? У него есть тапок. Но здесь айс-шар через секунду. Попадает, не попадает? Попадает. Ну и Борс лоу хпшный. Борс добивает. Вот такой вот крутой саппорт. Выжил, добил. Считай, пофармил. Ну да, да. Кстати, очень классная тема с нынешним патчем, что керри они как бы не фармят. Нетворк маленькие, и в замесах они будут получать очень много денег, и за счет этого будут неплохо одеваться. Все, я настроил все. Там надо было просто управление по умолчанию стрелочками. Извини, что я отвлекался, как тупица. Все, я на месте. Кидара, топовый крипстат на карте, 31-0. По нетворсу та же история, 4000 против 2600 от его оппонента. Руну хасты забирает себе Тускар. Думаю, стоит ожидать от него в ближайшие 2 минуты какой-то агрессии. Кстати, поражает меня Эраста своей аккуратностью, не подставляется, еще ни разу, по-моему, он не умер. Да, ни разу. Нет, один раз умер. Да. По одному разу умерли все ребята в команде. Но да, они же команда. Все равно неплохо, достаточно неплохо он стоит свою линию. Давай фантазировать, что у нас будут собирать наши керри-леоны? Керри-леон? Да. Ну, керри-леон по-любому будет собирать аганим. Притом, думаю, что аганим для него будет собирать алхимик. Ну, почему-то мне так кажется. Ну, алхимика тоже роль важная, он мидлейнер. И ну, посмотри, типа, 3200 уже на руках. Алхимик, наверное, возьмет мидас. Ну, либо сразу купит аганим. Возьмет мидас, либо сразу 2. Смотрю на его золото на руках, либо сразу 4. По скидке. По супер акции. Видим, у нас экшен на миде. Так его прет на крипов невероятно, Кидара на самом деле. Вот вроде там стоит 2 героя против него или 3. Его не подпускают к крипам, крипы все умирают от Acid Spray. Все. Acid Spray 2 левела, я смотрю, один умер, второй умер, третий. При том, что их бьет пачка крипов команды Radiant. Плевать всем. Все от Acid Spray, все в копилку алхимика. Ну там же проплаченные аккаунты, поэтому что поделать. Тут да, тут не поспоришь. Пошел забирать руну. Сейчас, если здесь будет баунти, то, значит, аккаунт, ну, действительно, все проплачено. Можно не обсуждать больше. Да, можно не обсуждать. Посмотри, что он пошел брать в секрет шопе. Это, конечно же, не аганим. Это, наверное, Radiance будет, да. Sacred Relict, чтобы еще было проще фармить. А у нас, кстати, Люсю Годлайк поймали в лесу. Он 3-го левела. Люсю расковыряют. А Фотик Шилд он не успевает даже на себя провязать, но он был бы бессмысленный. Неплохо настакал здесь ребятам. Так он, естественно, для алхимика, но... А куда выходил канат? Ну, Кидара здесь. Acid Spray бросил. Включил ульту. Спиди один удар, второй удар. Плюс 12 монет Кидара. Еще один фраг. Ну и нормально. Минус 3 в разных частях карты. Отлично. 600 монет уже на руках у Кидара. Сейчас это будет очень быстрый радианс. И изи-катка. Пожалуй, что так. Ну и канат Хасанов, лоу хпшный, уходит на своей саппорт-луне. В таверну. Не в таверну, под фонтан. Просто хилится. Что там Абадон? Рецепт на Soul Ring себе Люся Годлайк купил. Ни Soul Ring, нифига вообще. Да, я думаю, Абадон должен будет собирать меку. Луне было бы неплохо взять какие-нибудь барабаны. Кидара, кстати, зафармит эту пачку и зафармит вот эту пачку, и все у него будет окей. Ну, если ты что-то рисуешь на карте, я этого не вижу. Я не рисую. Я вот, ну вот, если хочешь, вот, рисую. Но или все равно не видишь. Все равно не видишь. Ладно, у него есть аганим, уже плевать. Ой, аганим. Радианс, конечно же. 9 минут 30 секунд. Мидлейн алхимик. Чтоб я крякнул. Лес ему настакали. Тут, кстати, выход в смоках. На мидлейн. Ну, у него не будет 15 секунд еще ульты. А тут смока уже давным-давно нет. Ну и Эклипс пошел от Борза. Пытался поймать Vengeful Spirit, не достает. Кидара тем временем зафармил еще один дабл стак. Еще плюс 33. Ему прет. Сейчас вот этих големов развалить. Еще выпадет 2. На самом деле, если бы он видел, надо было бы ему туда сходить. Там побогаче была бы ситуация.
Он сейчас заберет руну Регина на топе. И все, ништяк. Можно идти убивать. Нагу, кстати, там выпиливает потихонечку барабашка. Сон пошел от Эраста. Ну и будет уходить пешочком. Дерево хоть съешь по дороге. Нет, просто бежать. Ну его нафиг, то дерево. Дерево для слабаков. Опять в лес, Кидара. Опять в лес. Отпивается он руны регенерации и... Чуть поздновато, я думал по таймингу, чтобы эсид спрей бросить на халяву еще. Нет, потратился. Ну глянь-ка, тут от Наги очень сильно барабашка отхватил на Чао Снайте. Сколько? 160 хп. Зевс ульт и нет барабашки. Зевс из другой игры. Все будет. Из Лигов Легенд. Юникорн купил уже себе Power Threads, имеет 1800 на руках. Даггер, наверное, потом огоним. Отлично сыграл. Как там его? Сашка Хворост. Да, свалил по-тихому. Хитренький. Кидара дальше фармит. Неплохо держится Чаос Кнайт. 60 на 20. Ну, это, конечно, не 83. Ну, учитываем, что Кидара еще зафармил кучу лесных крипов. Ты если нетворд сейчас включишь индивидуальный, ты улыбнешься, я почти уверен. Если он у тебя включен, то... Ну, да. Пора. Два раза. Два раза мейн керри. С саппортом рядом против Наги. Только что сделал фраг этот самый барабашка на Люси Годлайк. Наверху. И теперь менее чем в два раза его обгоняет алхимик Смида. Ну, типа да. Типа... Ой, Супермана поймал Кидара. Суперман. Супермен, конечно. Забрал руну дабл дэмэджа, поэтому даже не знаю. И всю эту ерунду должен выфармливать. Тут афотик шилд, кстати, от Люси Годлайк, на него был бы не лишним, но решил забить на все это. А я думаю, что ему не лишним будет втарить какие-нибудь мьёльниры, например. Ну да, и какой-нибудь Владимир кому-нибудь не лишним будет втарить. И какой-нибудь Аганим. Отличный шеклшот от Супермана. Ну, Люся Годлайк до сих пор без Soul Ring. До сих пор. Не удается никаким образом. Ну, у него типа 130 золота в минуту. Ну, само накапывает. 670 ГПМ алхимика. Вообще тут интересно мне, через 1000 сможет у нас Кидара перемахнуть? Это было бы эпично, как минимум. Хотя с такой командой. Люся Годлайк опять умирает в миде, поддерживает ребят из противоположной команды, типа, ребят, не отчаивайтесь, у нас, конечно, есть алхимик, который фармит, но у вас есть я, который умирает. 6-9 счет, на данный момент по голде команда Rotos International 3000, по экспириенсу тоже порядка 3, по голде даже 3 с копейками. Ну, кто должен фармить, фармит. Мидлейнер очень жестко себя чувствует. 11 левел уже есть. 2 Chemical Rage. Пробивать 75 хп регена в секунду. Я даже не знаю, кто и чем и как. И покупает себе Яшу Кидара. Возможно, это будет по аналогии с лодовским алхимиком. Манта Стайл, Мьёлнир. И все. И драться против мегакрипов на своей базе. Смотри, какой жадный алхимик. Не покупает он агонимы своей команде. Не хочу, говорит. У меня баунти руна есть, но она для меня. Ребят, я выформлю все. Алхимик сейчас, кстати, отъедет еще от спиди. Шейкл, алхимика больше нет с нами. Отличная игра. А вот и мейн керри подспел. Юникорн, подкоп пошел по спиди. Finger of Death через 18 секунд. Эхо слэм, не жалеет Юникорна. Валрус Панч, минус 2. Делает команда... Как их называют? Непонятно как. Команда Дайер. Команда Дайер. Какое популярное у них название. Ну что, забрали алхимика, забрали, в принципе, главных фармящих лиц команды Rotos International. И, по сути, неплохо поднялись. 1500 за эти два фрага получила команда Дайер. И по экспириенсу там тоже 1500 им капнуло. Самое главное, что забрали алхимика. Кстати, перерез по золоту это всего лишь 1000 золотых в сторону Radiant.
Все деньги, которые есть в команде, все у алхимика. Это точно. Ну, Леон еще кое-как держится. Кстати, Леон-то проигрывает ЦК только на сколько? На 1000 голды. Немного. У Леона есть потенциал. Эраст у нас заэвейдил стан от Венжи Фулл Спирит. У него есть сон, если что. Ну, команда не стягивается. Люся, Годлайк, как ты далеко? Как они это делают? Эраст-то просто молодцом. Заэвейдил стан, дал сон, отошел. Я думаю, алхимик, когда с денежками будет, вот об Эраста в вопросах Аганима стоит, наверное, побеспокоиться. Вручить Наги Аганим, это, наверное, даже интереснее, чем вручить Аганим Леону. Да, всем там, всем реген. Угу. Всем Аганимы, пацаны. Аганимы. Луна не лишний Аганим было бы забрать. Алхимик может. Алхимик может. Так, у нас Барабашка бегает за Люси Годлайк. У Люси Годлайк нет ульта. Барабашку ловят в сетку. Пошел от него фантазм. Высвапывает его Венжфул Спирит. Венжфул Спирит должна умирать. Подхилили еще Барабашку. Один в один разменялись. ВР-ка так пришла посмотреть. Размен так себе. Ну да. В принципе, равные, да? Что, саппорта на саппорта обменяли. Там и по голде разница в 15 копеек. Я даже не обратил внимания, в чью сторону. Ну, кстати, не в 15. Нормально так. Больше, да. Замес все-таки в пользу команды RTTI. Ты тоже, да, запарился на этом? RTTI. Я все время с ума схожу. Думаю, кто до этого додумался? На нижней линии умирает керри. Наш керри. Отдает 684 голды команде Дайер. И неплохую игру показывает Скар. Вот так вот. Что бывает с Сашкой, когда его выгоняют из Нави. Угу. Расстроился. Ну, Дэнди, кстати, на ВРочке неплохую игру показывает. Шеклшоты. Все в порядке. Да, да. Ну, не ожидал, конечно, алхимика увидеть. От лоды в миде. Он еще и не ожидал, что его из Нави кикнут. Ну, это, я думаю, он как раз-таки, это единственное, в чем он был уверен и чего он ждал. Парень-то он в доте разбирающийся. Ну все, покупает Манда Стайл уже себе Кидара, плюс у него 1000 голды сверху. Ну и пошли иллюзии выфармливать. Это такой вот алхимик, алхимик Нага. Алхимик Террор Блейд. Нага в это время, кстати, разваливается. И барабашка 12 хп у него остается. 12, ушел. Акидара на месте стоит, просто психует, видимо. Орет на Эраста. Как тебе руна на топе? Все как и должно быть. Не зря ж платили. Это точно. Задынается, нет? Нет. Выбрасывает Супермана. Ну, печально, что команда Дайер собирается на миде. Они у них неоднократно уже были. Эти ганки от Шейкера, плюс связка, плюс Powershot от Windranger, наши ребята на мидлейн вообще не вытягиваются. Луна туда не... Печально, что наши вообще не играют как команда. Как-то по одному бегают. Ну да, все очень реально пабом попахивает. Очень долго, мне кажется, они стоят уже на линиях на своих. Можно было бы уже действительно собраться, толкнуть какую-нибудь линию. Меку никто не тарит. Никто. У Борза, кстати, 2200. Вот ему бы меку собирать. Это его работа сейчас прямая. Я думаю, что все-таки надо вторить барабаны ему. А ну, меку. Он Iron Branch купил уже. Ну, это ж на меку, да, расчет? Это Dagger. Iron Branch он купил еще в начале игры. Ну, это же на меку расчет, опять же. Это нет, типа, если... Если у тебя есть хотя бы одна веточка, это уже залог удачной игры. Я знаю, да. Ну и так вот с расчетом, знаешь, на перспективу. Вот просто показать в лавке. Конечно же, это Хедрес, конечно же, это Владмир или Мека. Ну, посмотрим. Где в это время Кидара у нас отвисает? Лиса пошел фармить. 2300 у него уже на руках. Нага, кстати, у нас против барабашки дерется. Лоу хп-шный барабашка опять разваливает Нагу. У него 4 хп опять. Ну, это армлет. Ну, понятно, может, у него при включенном армлете было 120, так что там реально Нага копеечки не доработала. Сложновато.
И какая руна появляется вблизи алхимика? Ой, не может быть, как неожиданно. Да ладно. Неприятно, а? Очень приятно. 3300 по голде уже у него. Кстати, тут такая интересная штука. Команда Dire стакает эншентов. А здесь, кстати, нашу команду по всем фронтам разваливают. Эхослэм от Спиди, удар еще у нас. И по Леону минус 4 в разных частях карты. Ну, с учетом и Раста. Ну и 3 в данную секунду потеряли игрока. Как поживает алхимик? 3900 на руках. Типа через 20 минут он выйдет, скажет: ребят, все, у меня 12 слотов. А почему у нас нет трона? У меня 12 слотов, я ливаю. Ну, пора, наверное, подумать об аганимах. Хотя, опять же, кому давать их? Кому сейчас вот в руки совать аганим? Леону, Луне, чтобы она бросала на... Как умирает ВР-ка, хотя алхимик еще к ней не подходил. Сам-то, конечно, не подходил. Но ты видишь, да, что с ВР-кой происходит? Просто бегает за ней. Давит ее. Да ладно. Просто провязал мантастайл и отправил. Да, чуть ВР-ку не отправил. Покупает себе солбустер. Алхимик пойдет по классике. Реально, это лодовская классика. Уже, ну, точнее, лодовская сборка, ставшая классикой. Это Октарин Кор, это Кераса. И эти иллюзии, эти мантастайлы. Все абсолютно тот же ульт его, который КД имеет гораздо меньше. Ну и будет очень круто все. Ну, не знаю, типа, имеет ли смысл этой сборки в этой игре. Ну, а почему бы и нет? У него практически бесконечная будет ульта, на самом деле. Chemical Rage здесь будет 45 секунд, кулдаун сейчас будет сколько? Получается, будет 12, вычитаем, ну, 33. Он будет секунд 7 без ульты, 8. Что, думаю, есть смысл. Ну, я думаю... Есть смысл в Керасе, есть смысл в Мейлшторме, в Тараске в какой-нибудь. И тем не менее, Альянсы с вот именно таким алхимиком, еще раз говорю, вытащили и едут на мажор. Конкретно этот алхимик против абсолютно оторванных нипов. У них там очень крутые дядьки были против них. Я не помню, кто там по героям, но какие-то деловые-приделовые, типа, чуть ли не типа антимагов. Оу. Смотри, руна невидимости появилась рядом с алхимиком. Он ее брать... Он должен был демонстративно не брать ее вообще. Да пошло да все. Что за фигня? За что я плачу деньги? Это точно. Кидара не сделал себе дабл-отвода. Как это возможно? Пройдемся по артефакту. Давай. Виндрейнджер у нас имеет аганим, имеет демон эйдж, фейзы, нул талисман и банку. Чаос Кнайт имеет Яшу, барабаны... Атлет и ПТ. Шейкер имеет Даггер, имеет Соу Ринг, ну и Башмак, в принципе, пустой. Ну и Форстафф уже скоро, да? Венджифул Спирит имеет у нас Медальон оф Курейдж, Урн оф Шадоу, Башмак и Вар. Ну и по нашей команде Абадон. Ничего, особенно так голенький. Есть Tranquil Boots и Soul Ring. У нас у Люси Godlike Луна от Каната Хасанова. Даггер есть. Там Роха упал, видим. Луна имеет Даггер, имеет Tranquil Boots и Soul Ring. Но это саппорт Луна. Прошу любить и жаловать. Нага Сайрон, оффлейнер. Solar Crest приобрела себе Аркан Бутсы. Брасер 450 на руках. Леон, керри Леон. Не просто Леон, керри Леон. Покупает себе Митрил Хаммер. Надеюсь, это дизолятор. Это было бы очень хорошо. Хотя, может, и Блэк Кинг Бар от Леона, потому что его этими фиссурами, этими ашардами просто снасильничали неоднократно. Ну и, конечно же, алхимик. Мидлейн алхимик. 1500 на руках. Есть Октарин Кор, есть Манта Стайл, Радианс. 1500 на руках. Еще раз повторюсь, Боттл, Стаутшилд. И где-то рядом Баунти Руна, где-то она должна быть. Ждет, ищет. Ну и по голде наша команда выигрывает 2000, по экспириенсу проигрывает 2000. Почти 16-й левел. Не так уж много выигрывает по голде, так как фармит только алхимик. И ну, вот посмотри на счет. Они как бы ничего, так молодцом держатся. Да. Посмотри на карту. По поводу вардов. Насколько команда Dire озабочена вардингом. Ой, тем, зацепили вижу. Юникорна внизу.
Борс разультился. А в это время ульта пошла еще от Наги. Раста ловит всех. Борс в никуда отправил Эклипс. Надо просто на даггере валить отсюда. Борзу нельзя здесь оставаться. Он понимает, он уходит. Алхимик уже здесь. Раскрутил колбу. Почему не дерется? Не верит в себя. Не верит просто. Ну, Кидара, конечно, убивает. Потому что, типа, нет Тараски. И слишком мало ХП. И дефа так не особо, конечно. Алхимика здесь разорвали, но... Больше тут нафейлила, в принципе, команда. В никуда ушел Эклипс. А сон был тоже потрачен, в принципе, в никуда. Как раз, чтобы нейтрализовать действие Эклипса, по большому счету. То есть тут сами себе это наступили на горло и подраться нормально не смогли. Ну, минус 3 в итоге имеем. Фингу Вернулись в такое ощущение, что мы на несколько дней назад, когда у ребят были серьезные проблемы с коммуникациями, или на неделю назад... То есть сейчас такое ощущение, что они вообще там даже в скайпе друг с другом не общаются. Просто сидят и играют, как 5 отдельных личностей в доту. Супермен получает хекс от Юникорна. Уже имеется у него МКБ, сейчас должно прилететь. Это не понравится никому. Как ты думаешь, какие шансы у наших ребят на победу? Есть ли здесь вообще шансы? Я думаю, есть. Алхимик соберется, и шансы есть. Мантастайл, Актринкор. Я еще раз повторюсь, я вообще как-то привык верить своим глазам. И своими глазами я видел, как такие алхимики вывозили невывозимые катки на самом топовом уровне. Самые топовые. Ваня у нас, будем откровенны, крайне рукастый игрок. И Ваня по скиллу, по левелу может здесь зарешать на этом герое. Тут реально на алхимика основной упор. Ну или он там где-то еще. Думаю, могут. И, честно говоря, если пришлось бы ставить, ставил бы на наших. Потому что лейта чокнутая. Нага, когда соберет всякие вспомогательные артефакты, пойдет собирать всякие другие артефакты. Алхимик тоже. 6 слотов собрать не проблема. Сказать, что хорошо, что ребята из противоположной команды не собирают блэкинбары, как случалось к Найту, уже практически БКБ собрано. А как там Леон, что он собирает? Ничего, пока непонятно. Пока что купил Митрилхаммер. Ну, скорее всего, блэкинбар, он же керри-герой. Куда ему деваться? Алхимик, ему даггера здесь не хватает для врыва. Побежал за барабашкой, догоняет, колба полетела, барабашка на сколько? Ну еще секунды на полторы. Кидара просто бежит и выжигает его. Бросает Acid Spray, 2 секунды стан, ну и здесь Эклипс от Луны, Кидара барабашку разваливает, хотя Леон, как мейн керри, с позиции главного забирает этот фраг, мидлейн подпушили здесь, надо бежать назад. Необходимо лететь на базу. Ой, Борс подставляется прям-таки под атаку. Ну, Супермен спокойно торгует своим лицом, потому что у него есть Аегис. Ну и да, он развалится через секунду, этот Аегис. Может, зря, кстати, выхилили Супермена. А с другой стороны, почему? Развалится, все равно выхилится. Будет фуловый. Аганим, для кого? Как думаешь? Я ставлю на Нагу, на самом деле. Нет, на Леона. Я не знаю, на кого ставить. Уже кому-то. Луна, да? Нет, Юникорн. Все-таки Юникорн дал Аганим. Такие дела. Все, алхимик пошел у нас альтруизмом заниматься. Может фармить крипов теперь. И тем самым Аганимом. Купил он, кстати, Огр Клаб. Будет это все-таки БКБ, не дезолятор. Угу. Хорошо. Пускай. Сколько кулдаун с скиптером? 20 секунд, да? Но это 16 левел, это еще фармить и фармить. Ну, видимо, Юникорн уже принялся у нас фармить крипов. 60 секунд кулдаун, маны. Требует нормально, но по мане не проседает. Борс забрал практически всех крипов у него. Кстати, Кидара у нас с ВР-кой дерется. Супермен ловит у нас колбу. Вендран у него окончен, и сейчас Супермен просто в воду окажется. На самом деле высвапывает его Vengeful Spirit. Стан в Кидара, привязка не прошла. Догорит здесь от иллюзии Vengeful Spirit, я почти уверен. Колба еще одна в Супермена. Венга сгорает, алхимик ее забирает. И здесь забирает еще одну. Вот они, иллюзии. Вот для чего все это делается. Супермен в шоке. По-моему, ребята просто переборзели. И там пытаются драться в одного, вдвоем.
Они просто Netwars не смотрели Алхимика. И, кстати, сюда прибавить еще 4200. То есть у него реально сейчас 24 тысячи у него фарма против 13 от ВР-ки, на что он рассчитывает. Хрупкая рыжая женщина. Что ее не будут бить по лицу? Ха! В 21-м-то веке. Вот так вот. Равноправие. Хотели получить. Хотели получить. По щам. Потом начинается Why do you hate ginger souls? И прочее, прочее, прочее. Какие там souls? Ну что, по голде наши ребята проигрывали 2.5, сейчас в ноль вышли, и вышку забрали на топ-лейне. По экспириенсу тоже, по идее, к нолю где-то. Глянь на наших. Пушить пошли. Ну, нет, это типа отвлекающий маневр. Создают спейс. Просто не звучит так драматично, если бы я сказал, блин, глянь на наших ребят, отвлекать пошли. Я уже думаю, ладно. Раз включил интонацию. Эпичности ее и оставлю. Да, решили отвлечь, потому что там в это время подъедали центральную линию. Был барабашка здесь. Ушел теперь. И внизу тоже, по-моему, кто-то находился. По-моему, там был Туск. ПКБ покупает себе Леон. Травела покупает себе Алхимик. И сейчас будет действительно интересно. 32-я минута, только прогрейдил тапок. Только-только. Уже и себе три слота заполнил. И Леону подарил. И только потом грейдит тапок. Понял, чего не хватает. Типа не гордый, да? Ну да. Ну что, ждем 16-й левел Леона. Более чем полезная штука. 20 секунд КД с сном Наги. Реально, Юникорн прыгает, запиливает Finger of Death. Дальше подкоп. Дальше сон Наги. Ждем, когда у Леона откдешится Finger of Death. Снова бьем. Я думаю, это хорошая схема была бы. Главное дожить до 16-го левела. Ну, так вроде его сейчас не напрягают сильно, он леса выфармливает своим Finger of Death. Я на него последний раз смотрел, 11-й был, сейчас уже 13.5. Наверное, доживет. Ох, ретивый. Команда Dire контролирует все передвижения команды RTTI. Все 4 варда у них установлены на карте. Видят они практически всю территорию команды Radiant. И ждет Рошана Шейкер. Ну и Алхимик собирает следующий аганим. На этот раз, наверное, на Нагу. Я думаю, тут реально посаппортить надо. Потому что Луна Луной, Эклипс — это все хорошо. Глиммер Кейп есть у Каната, конечно же. Какая ему разница? Луна — это, не знаю, Вич Доктор, Огр Маг. Это Канат, Глиммер Кейп. Канат не Канат, если не собирает Глиммер. Это точно. Самое главное — не юзать его. Собрать и не юзать. Нет, юзать на себя просто на хайграунде — это нормальная тема. Да. Не юзать на союзников. Итак, выход на топе на Кидара. Ой, по-моему, сейчас ребята просто ошалеют. Да, успеет, не успеет. Успевает дать колбу в барабашку. Сейчас Кидара просто будет наваливать своему тиммейту. Нет, не будет никому наваливать. Оппоненту, конечно. У него закончился Chemical Rage в этот момент. И все время, когда он стоял в стане, его пинали. Так что барабашка тут оказался в выигрыше. По-моему, немного танковат Алхимик получился. Это точно. И не хватает просто элементарного дефа. Тут Кираса справила, ну, решила бы вопросы. Пробивали бы не так сильно в Chemical Rage с Кирасой. Там проблем по минимуму возникает. Да, типа 34% сопротивления к физическому урону — это совсем мало. Угу. Очередного Рошана забирает Виндрейнджер. Забирает Аегу. Ну и давай что, по артефактам пробежимся. Я назову наших соперников. Глиммер Кейп есть у Сашки Хвороста. Есть у него Дагер. Также есть Guardian Грифс. Хорошо подсобрался. Венфул Спирит, Солар Крест, Урн оф Шадоус. У ЦК имеется рецепт на Мантастайл. Есть деньги, в принципе, на сам этот Мантастайл. Блэк Кинг Бар также. Драм оф Эндюранс и Армлет оф Мордиган. Шейкер, Дагер, Форстаф, Огр Клаб, 2400 на руках, у Спиди, наверное, Аганим, я не знаю, может быть, Блэк Кинг Бар. И ВРК после манки Кинг Бара покупает себе Огр Клаб, 2200 на руках у нее. Люся Годлайк на Абадоне также собрал себе Глиммер Кейп, имеет Солу Ринг, Урн оф Шадоу, который 0 зарядов. Юникорн имеет Блэк Кинг Бар. Ой, замесик, Канат! Ты это видишь? Канат. Глиммер Кейп на него
А, он даже сам на себя смог повесить глиммеркейп. Тот случай, когда он имеет право вешать на себя глиммеркейп. Да. Ну там. Глянь на Кидара, ему плевать вообще на этот файт. Говорит, ой, задолбали, деритесь сами. Отправил иллюзию. Типа... Да, вот максимум, это вот хелпа вам иллюзии. Ну, какое-то время он забирает Т2 на мид. И пойдет на мид? Как думаешь, пойдет дальше? Нет, нет, пошел сейвить. Нет, сейвить, сейвить. Ребята пошли дальше. Уже, кстати, бутылочку, баночку раскрутил. Супермена ловит, подесит спреем. Драка не очень будет для команды. Очень Дайер. Падают в атаке. Люси, Бедлайк пошел. Кидара не может сильно. Ну и Колба влетает у нас в барабашку. Ульта пошла от Кидара. Высвапывают очень быстро барабашку. Блэкинг бар у нас от барабашки. Эхо слэм от Шейкера. Люся, Гадлайк, Раста, Юникорн. Все лоу хпшные. Алхимик умирает. Байбек сразу же от него. Сон от Наги. Ждет и Раста здесь своего друга. Уже здесь Кидара. Ну, барабашку должны забирать. Колба в него. Барабашка отваливается. Ну и, по-моему, сейчас всех просто разнесут. Если получится, конечно. Виндрейнджер теряет свой Аегис. Но... Кидара дерется. Две секунды. Жить. Всем жить. Ну, Алхимик. Кидара должен тут всех забирать просто. По идее, ой, да. Как неудачно. Конечно, у него крутой хп реген, его бить не будут. Колбу не успевает ни в кого выбросить. Манта стайл не заевейдил. Не заевейдил. Ну и забрали только ЦК. Это не есть хорошо. Кидара полетел на топ сразу же. Сразу же просто пушить. Жестячок. Жестячок. Пушит топ-линию самому, конечно. Пытается вынести максимум из этой ситуации, так как он потратил немало денег на байбек. Да, флейм пошел, все. Канат, я говорю, да он раскрылся. После этого видео он просто суперзвезда. Теперь я уже даже боюсь узнать, какого конкретно жанра, но видно, что все. Он больше не стеснительный парень, он серьезный. Итак, Кидара за замес внес 6956 дэмэджа. Ну, Кидара поймали неудачно, конечно, он здесь чувствует себя. Колба непонятно в кого видит здесь Виндрейнджер. Ну и Кидара теперь без хп регена. Вот здесь нужен даггер. Вот здесь ему реально сваливать бы. Кидара убьют, убьют, убьют. Реально наваливают, я бы сказал. Не хватает дефа, не хватает. И аганим, наверное, сейчас для кого-то тут о себе бы реально позаботиться. Выложить, чертовой матери, этот воинбустер, купить себе обычный Blade Mail. Не Blade Mail, как... Да, Plate Mail, конечно же. Посмотрим, что придумают ребята в этой нелегкой ситуации для них. Саппорты пытаются дофармить себе свои артефакты, свои БКБшки, потому что действительно Шейкер — это очень серьезная проблема для них. Возможно, кстати, даже БКБ также помогло бы Кидаре, что не попадал бы он под эти станы. Ну и на нижний лайн, на топ-лейн, точнее, выходит команда Дайер. Эраста, у него есть сон, может здесь ловить всех, но с 35 секунд не будет еще Алхимика, без него драться нет смысла. Хотя побежали, посмотри, побежали. Борс, Глиммеркейп не успевает проюзать, только сейчас входит Глиммеркейп, лоу-хпшный барабашка, здесь ловят его в сетку. Но армлет делает свое дело. Это точно. Ну и сон пошел от Эраста. Еще и стан на 2 секунды, и просто с крита рассыпался бедный Раста. Тяжело, тяжело, видно, что тяжело, и героями этими вывозить еще тяжелее. Ну, по-моему, здесь ГГшечка. Ну, ждем Алхимика, сейчас минус 5 будет. Алхимик, который фармил, все-таки не выглядит. Начал раскручивать колбу, пошел в самый центр. Ловит у нас Сашку Хвороста. Связывают Кидара. Не повезло. Основного Кидара связали. Иллюзии пытаются выжигать дальше. Еще одна колба есть. Очень быстро падают иллюзии. Это, конечно, минус. Мало толку от них. Луна побежала дальше за барабашкой. А зачем? 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 Непонятно, барабаны есть, Монтастайл, армлет, все имеется. Рядом команда. Куда попрыгнул канат, неясно. Я бы на месте. Типа он инициировал. Говорит, вперед, в бой. Синициировал суицид. Я тоже так умею.
Аганим подходит алхимику. Пока сам с ним. Ждем, в кого вложат. Но думаю, есть смысл в Нагу все-таки. Выталкивает барабашку. Барабашка ловит стан. Иллюзии побежали. Дефайт, я тебе говорю, алхимик вывезет эту катку. Вот 100%. Почти уверен, не знаю, вот реально почти уверен. Кто там с Аганимом? Нага с Аганимом. Теперь Нага с Аганимом. Просто главное удачный сон и кого-то отрезать. Забьемся с тобой на мороженое. Давай, кажется, без вопросов. Как там вам? Не хватает вам там мороженого? У нас, кстати, выпал снег. У нас вообще все классно. У нас не выпал, но тоже все классно. Не выпал просто потому, что не захотел. Но условия для него все созданы уже. Что, 40 минут сыграно. Алхимик уже 2 Аганима вручил своим товарищам по команде. Это Нага, это Леон. Леон сам себе нафармил. Даггер есть. БКБ 8 секунд. Абадон у нас. Глиммеркий Пом, Транквил Буцы. Ничего особенного. Нага помимо Аганима имеет еще и Diffusal Blade. Есть Solar Crest. Барабаны 2000 на руках. Алхимик. Радианс есть. Boots of Travel. Манта Стайл. Октарин Кор. И еще раз говорю. 8400 подарено товарищам по команде. Луна имеет Блинк Даггер, Глиммер Кейп. Да и так, в принципе, по мелочи. Луна как-то необдуманно умирала. Вот такие дела у нашей команды. Что здесь, кстати, интересного? ЦК 3500. Виндрейнджер имеет 2300 на руках. Купила Ultimate Orb. Я думаю, это будет Скади. Ждут они Рошана. Чаос Кнайт 3400 на руках. Наверное, это будет Тараска. Скорее всего. Шейкер. Кстати, Шейкер неплохо запаковался. Купил себе Тревела. Купил Блинк Даггер, Блэк Имбар и Форстап. Венджифул Спирит имеет у нас Соул Крест. Глиммер Кейк. В принципе, ничего нового у нее не появилось. И кроме как БКБ. Ой, Борс опять дерзит на мидлейне, посмотри на это. Прыгнул, улетел. Он типа напугал всех. Ребят, говорит, я вам сейчас видео свое скину. А, это точно. Цените. А, кстати, по поводу ВР-ки, я думаю, что... Мне почему-то кажется, что Хекс все-таки. Потому что тут без БКБ у нас алхимик. Его и так кайтят, растягивают. Если еще Хекса будет на 5 секунд... Скорее всего, я думаю, все-таки ВРК Хекс собирает. Ну, посмотрим, кто из нас читает, кто не читает. В принципе, книги. Думаю, оба. 3000 по голде выигрывает Дайер и 10000 по экспириенсу. А что, кстати, какой плюс для алхимика во всем этом? Никто из нас не читает, это была Ленка. Да ну нафиг, а? Все, мы оба должны мороженое этому парню. Этот парень всех переиграл. Линка, я не по... А, что, Хекс собирает? Тут никто ж вообще не... Ничего, в принципе. Типа, кроме да. Алхимика. Ну, типа Хекс, там, Пейл, Палец, все это можно заивейдить. Ну, и вот ты выйдешь Палец, ловишь колбу, и Алхимик тебя просто разносит череп. У алхимика еще на один аганим есть деньги. Теперь кому? Ну, теперь уже, наверное, Луне. Себе оставил бы, скушал. Ну, и ХП он, прирос. Кроме статов уже он ему ничего не дает. Ну, кроме статов. Это по 20 каждому. Это вот скади, по сути. Ну да, типа можно же скади собрать, ну зачем? Ну, скади дороже. Скади дороже, скади слот занимает, а будем откровенны, алхимику реально слотов бы поболее. Ну, кстати, Кидара сильно просел по фарму и по ГПМу, по всему. 824 ГПМ, а что, как? И посмотри, у него нетворс 24 тысячи, у его оппонента, у Виндрейнджер 20 тысяч, да, но ГПМ разница 830 и 488. Но это потому, что он много сильно дарил. Алхимик, еще один аганим. Виндрейнджер имеет у нас 12 на 3 КДА и добил 221 крипа.
Да, Алхимик здесь... имеет 5 на 7 и добил 463 крипа. Просто. Он случайно не брат или Дана? Не знаю. Не знаю. Лишь бы не брат хвоста. Тот тоже хорошо бьет крипов, но чем это заканчивается? Я правда говорю, в этой игре он в идеале будет брат Лоды. Было бы очень неплохо. И что, кстати, плюсом для алхимика, вот когда линии пушатся, на самом деле приятная история, когда у тебя есть алхимик. Он-то все равно свои плюс 36 монеток получает с каждого крипа. То есть он сильно по фарму не просядет, когда пойдут там большие крипы по одной из сторон. Линии пушатся, все идет на него. Ему реально не хватает вот большого количества крипов, просто чтобы их разваливать. Воу-воу. Канат, да, на джоге опять. Ну и Виндрейнджер пытаются поймать. ВРК лоу хпшная. Вкатывается у нас на иллюзию алхимика. Кидара в это время пишет, пилит барабашку. Барабашка не дать не успеть дать БКБ ему просто. Жесть, алхимик просто разорвало его. Возвращается алхимик. Нага провязала сон. Юникорн в Блэк Кинг баре. Ульта по всем. Лоу хпшные все. Кидара колбу в двоих. Ульту включил. Начинает наваливать по Сашке Хворосту. Сашка Хворост в БКБ, Кидара за ним в Глиммеркейпе. Просто идет и бьет. Кто здесь еще убежал? Убежал Спиди. Сашка Хворост может и отъехать здесь. Да ох, ладно. Не фарт. Ох, не фарт. Отличная привязка от Супермана. Да, поиздевался. Сашку Хвороста развалили. Три героя лоу хпшные. Барабашка, Супермен. Как они это делают? Я не знаю. Подрались очень... Неприятно для себя, но при этом финал для них топовый просто. Да, и алхимику не повезло. Привязка чудовищная была для него. Такая. После этой привязки берется клавиатура просто и разбивается об стол. Я бы так сделал. Ну, типа, ребятам еще играть игру и слишком рано разбивать клавиатуру. После таких мувов можно не все, не хочу, говорит. Хватит. Нага пытается допилить Рошана. Перепрыгнул. У него есть БКБ. Но здесь есть сетка. Даешь сетку и все. Сон. Надо сон, да. Сетку и валить. Или я не знаю, или что угодно. Да, просто тэп-аут делать раста. Абсолютно верное решение. Забирает третьего Рошана уже в этой игре команда Дайр. Верочка опять берет Аегис. Ну, наваливает она, конечно, под ультой вообще знатно. Ей бы еще какой-нибудь Дайдалос и... Вообще все будет здорово у нее. Или дизолятор. Или дизолятор и Дайдалус. Все остальное продать. Жалко, слотов столько нету. Шелхимик как бы в ущерб себе не работал здесь. Он уже по фарму на третьем месте. Отстает от барабашки, отстает от Супермена. И у алхимика нет Блэк Кинг Бара. По-моему, это минус. Огромнейший. И мы уже неоднократно видели, как алхимик просто у нас... По-моему, в команде нет Владимира, и, по-моему, это тоже очень сильный минус. А Люся Годлайк как это? Люся Годлайк не купила Владимир. Что ты говоришь? Люся Годлайк не купила Владимир, говорю. Нет, ты говоришь, в команде нет Владимира, я говорю, а Люся Годлайк как же? Этот Владимир не в счет. Ну что, выбрасывать колбу, успевает по барабашке выбросить колбу у нас Кидара. Половину Chemical Rage уже в никуда ушло. Хотя линию отстояли. Ну, типа, потеряли Т3. Сейчас ребята просто... А куда Кидара убежал? Посмотри, куда Кидара убежал. Пошел пушить лайна. А как же он вернется на линию? Сейчас будут просто заходить на хайграунд. Куда, как он вернется? Я не понимаю. Я, говорит, пошел фармить еще один аганим. Говорит, ну ты куда? Говорит, ребята, вам же нужны аганимы? Я правильно понимаю? Ну да, было бы неплохо. Ну все. 8 секунд до телепорта, и на ноге он просто успел добежать. 500 мувспида, еще бы не успеть. То есть этот спрей бросил, ну и под фокус фаером оранжевой барак рассыпается, Суперман лоу хпшный, колба летит в него, и колба попадает. Отличный ультимейт от Леона. Все в шоке, крипы просто в шоке. Через 16 секунд будет еще один, барак упал. Ну и уже очень сильно битые три стороны, по одному бараку на каждой стороне, везде нет ренжевого барака. А нет, где-то и милишного нет внизу. Кираса появляется у Наги, не алхимика, а Кираса. Ой, не алхимика, а Нага. Да,
не алхимика Кираса появляется у Наги. А тут реально не алхимика Кираса выиграла бы эту игру, если бы появись она. Реально забить на Аганим, например, на Наге в свою очередь. Минут 10 назад бы. Угу. Кидара в Glimmer Cape отправляют, просветки нет. Барабашка уходит у нас в фантазм. Держи Нага. Держи Нага. Нага слишком, спела, слишком, но как-то поздноватенькая вообще. Песня ни о чем получилась. Ну и алхимик. Далековато от всей этой толпы. Криты по нему, эхо слэм по нему, стан. Все. Не будет 90 секунд алхимика и не будет, в принципе, команды. Типа вот. Мясорубка. Ну что, бодрячком смотрелись на самом деле? Леон Керри меня не обрадовал. Вообще никак. Как 50 минут продержались. Ну, вынес он крайне мало. Но они попали в какую-то странную ловушку. Я думал, это будет, знаешь, это будет, например, фармящий... Допустим, фармящий Shadow Shaman, который реально вывезет себе рано Аганим. И пойдут, быстренько все это снесут. Ну, то есть, какая здесь была? Раз мы саппорты с денежками, значит, надо брать саппортов, которые не будут в лейте барахтаться. Которым не надо доходить до лейты, которые раньше закончат. Я думал, что это, возможно, будет... как его зовут? Големов вызывает. Варлок. Варлок, да. Да, это... Эйч-доктор какой-нибудь. Тут уже реально читери. Бери саппорта Фуриона, пожалуйста. Бери. Раз читы включили, пожалуйста. Ладно, чё... И так пойдет. Ладно, первую игру ребята проиграли. Не самый страшный показатель. Это была тестовая игра. Реально эта игра была больше по фану, чем конкретно такая игра на проверку способностей. Но с другой стороны и способности мы тоже их проверяли в данном вот мове. Команда игру свою первую проиграла. Вторая игра у них будет... Ваня, ты не знаешь с кем? Будет также обычный подбор. По времени. Будут мстить, да? Не состыковались. Хорошо, пусть мстят. Напиши, пожалуйста, ребятам, пусть ищут. Я пока... Стартанули искать. Уже старт, да? Хорошо, окей. Все, я тогда покажу еще один видеодневник, а потом еще один. И с тобой я прощаюсь на ближайшие 5 минут. В матче увидимся, уже услышимся. Вот, и нашим телезрителям теле... Ну, наверное, теле, чего нет. Телезрителям, конечно же, покажу видеодневник. Следующий видеодневник от Никиты. От Никиты, его седьмой по счету уже видеодневник. Смотрим, наслаждаемся. Это оффлейнер команды Rotus International. Что он нам расскажет и как он ответит на заданные ему вопросы. Всем привет, это Никита, и это очередной видеодневник. Я, честно сказать, сбился уже со счета какой. Мне нравятся абсолютно все стили игры, и все они, в принципе, кардинально отличаются. Если Китай постоянно поражает тем, как они выдумывают различные новые стратегии для фарма, перехода в лейт, затягивания игры, то у Европы все проще, у них... постоянно какие-то новые тактики, что касается передвижений по карте, что касается именно использования карты. Тут они, конечно, больше выигрывают, что касается новых драфтов, еще чего-то. Ну, у СНГ одна стратегия — это нафидить, потом собирать плоды, либо же сразу задавить в первые 20 минут, как это раньше Нави получалось сделали. Дай бог им здоровья. Я упустил как игрок в первую очередь много времени. Если бы можно было вернуться назад, я бы больше времени уделял доты, как можно больше бы играл, нарабатывал навыки, необходимые для профессионального игрока. К сожалению, мне только сейчас хватило смелости, чтобы действительно достаточно времени уделять доте, действительно поставить ее в приоритете на первое место. Если бы можно было вернуться назад, то я бы сделал это гораздо раньше. И думаю, сейчас я бы уже играл в какой-нибудь профессиональной команде. Надеюсь. В моей команде мне нравятся абсолютно все игроки, каждый из них — это очень интересная индивидуальная личность. Канат — это, наверное, вечно неунывающий человек, поражающий иногда своей прямолинейностью. Он иногда может сказать что-то абсурдное, что никак не относится к игре. Например, в выигранной игре сказать какую-то ошибку прямо посреди матча, то есть там, ну, действительно очевидную вещь, которую и так как бы все знают, но все не говорят, чтобы не началась дезмораль.
но он прямой человек, может это сказать. И это, наверное, хорошее качество, потому что у него нету никакой корысти абсолютно. Вова, скорее всего, это мидер и саппорт, очень универсальный как игрок. В нем очень большой потенциал, который он еще до конца в себе не раскрыл. Очень хороший пул героев, и на некоторых героях, на которых ему, кстати, не брали, он очень и очень хорошо себя показывает. Я не раз играл с ним в паблике и видел, на что он действительно способен. Влад это человек, который просто дайте мне артефакты, я пойду всех разносить. Это очень крутой керри, мне очень нравится его стиль игры, как он играет. Это постоянно агрессия какая-то, это постоянно эти фразы от него, что кто-то заблуждается, что кто-то ошибся, что кто-то критические ошибки совершает, что кто-то сейчас поплатится, еще что-то. Как только его начинают злить, от этого человека потом не жди добра, потому что он просто развалит. Дай ему артефакты, и он будет просто выносить все и вся. Ваня — это наш капитан, человек, у которого есть план в любой момент. Это единственный из, наверное, всех людей, с которыми я играл, у которого абсолютно нет никакой дизморали, нет никакой паники. Да, он говорит, там это было супер плохо, еще что-то, но по сравнению с другими командами, в которых я играл, он никогда не позволяет хаосу случиться в нашей команде. Он не позволяет, чтобы все начали паниковать, не позволяет, чтобы все начали что-то выяснять, кто там где ошибся, где что как сделал. Он всегда держит ситуацию под контролем, и у него всегда есть какой-то план. В какую бы ситуацию нас ни загнали, он всегда знает, что делать, он всегда подстраивается под игру, и я думаю, этот парень очень-очень талантливый, и, скорее всего, он приведет нас к победе. Я в него верю как в капитана и верю как в личность, потому что мне очень нравится его подход к каждому из нас и очень нравится его подход в целом. Ну, мне не нравится то, что мы не проводим командные тренировки. Да, мы играем очень много игр, но мы играем соло ММР. Я не знаю, правильно ли это, но мне, как, ну, на мой взгляд, было бы гораздо лучше, если бы мы как можно больше игр играли впятером. Мне не понравилось, что мы не участвовали в открытых квалификациях на ММР. Ну, мы участвовали, но все в разных командах. Это немножко не команда, это немного несерьезно. Я бы хотел участвовать с нашими ребятами, с нашим стаком, с нашим капитаном и с нашими игроками. Тогда было бы гораздо интереснее, я думаю, возможно, может быть, мы и результаты какого-то добились. Я бы хотел, наверное, видеть какие-то серьезные намерения вплоть до прохождения последующих турниров. Не единственная цель — осенний кубок. Я бы хотел слышать от ребят, что мы будем участвовать в других турнирах, что мы будем поднимать новые планки, добиваться новых высот, показывать новый результат, что мы готовы идти дальше и идти вместе. Я бы не хотел изменений в составе, я бы не хотел, чтобы после нашего проекта кто-то куда-то, допустим, ушел, и ребята остались не в полном составе. Этого бы хотелось меньше всего. В атмосфере, в принципе, все в порядке. Что меня не устраивает во мне, я начал замечать очень-очень много ошибок по себе. Так как мы стали играть с соперниками на планку повыше, я стал замечать, что многие вещи я не делаю. Очень во многих моментах я не доигрываю, это мне жутко, мне не нравится. И, наверное, это бесит меня больше всего. В принципе, наверное, это все. Всем удачи, всем добра и счастья. Ну и сразу за ним давайте посмотрим еще, что Кэп расскажет, что расскажет Ваня Бондарев. Ну и Влада Костенко ставим на закуску, как уже по традиции пошло. На данный момент капитан команды Иван Бондарев, он же Кидара, тот самый алхимик, который в этой игре не смог. Ребята, по-моему, это уже мой 8-й видеоблог. С вами Кидара. И сегодня мы ответим опять на несколько вопросов. На этот раз их 4. И что, давайте по порядку. По географии, какая дота мне больше всего нравится, импонирует? Ну, наверное, все-таки Европа и СНГ, потому что это самая, знаете, такая йоло-дота. Тут всегда пытаются что-то придумать новое, как-то использовать это. А все остальные — это уже такое Китай. Там все играют как CM и паблики, все это говорят. Америка слабенькая, Азия... Не знаю, в Азии не играл. У меня одно поражение там. И с пингом 400 было когда-то. Если бы можно было что-то сделать, вернуться, что бы я сделал? Ну, много чего можно было бы сделать на самом деле. Ну, я думаю, что года на 3 назад вернулся и сказал бы, чтобы я не отказывался от возможностей.
и тренировался на одной роли, типа не закидывая ничего. Мы играем уже несколько недель. Кто в команде, мне больше всего нравится, как тиммейт, с кем комфортнее мне всего играть в стаке. Ну, в этой команде мне очень комфортно, на самом деле, со всеми ребятами, которые занимаются, которые практикуются, которые тренируются, которые пытаются улучшить свои показатели, свои навыки. С ними очень приятно общаться, с ними приятно играть. Вот. У каждого можно что-то перенять интересное. Что мне спустя эти две недели... неделя. Категорически не нравится, что не так в игроках, вот в атмосфере во мне. Ну, честно сказать, я не знаю, что мне не нравится. Категорически не нравится мне... Не нравится мне как-то... Не знаю, ребят. Знал бы я, ответил. Но на самом деле, вот это мне, во мне не нравится. Я не могу точно на этот вопрос ответить, хотя капитан должен знать, что не нравится, что лучше, да? Всем спасибо. Всем пока. Пока, Иван. Ну что, ребята уже нашли игру, поэтому, конечно же, я набираю Ивана, нашего другого Ивана. Ивана, который мне помогает в вопросах нашей команды. Ребята нашли игру, игра CMOD, и теперь они будут играть на своих привычных ролях, на тех, на которых, собственно, основные тренировки у них проходят, те, кому они уделяют максимум времени. Иван. Появляйтесь громче. Я вернулся. Отлично. Все тогда. Тогда ныряем в доту. Все, поехали. У нас второй матч команды Road to the International против коллектива. Коллектива. Какого-то коллектива. Сейчас узнаем, что это за коллектив, какой уровень. Ну, в принципе, подбор по ММР должен быть приблизительно такой же. Глянем, как наша команда против стака выглядит. Итак, полетели уже первые баны. Забанили у нас Dark Seer, забанили Spirit Breaker, также Дума и MC. Operation отправили в план. Посмотрим, какой будет первый пик у наших ребят. Мне почему-то кажется, что ребят будут кушать. Наши. Возможно и так. Будет много хила взято, так как забанили аппарата. Наверное, возьмут дазла. Ну, не знаю, по поводу пуша не уверен. Посмотрим. Рубик отлетает первым пиком. Вань, чуть-чуть громче, пожалуйста, тебя. Или сделай, или я тебя подниму. Ну, я тебя поднял. Ничего не поменялось с нашего последнего с тобой общения. Попробуй меня еще поднять, потому что если я сделаю усиление плюс 10, то вам будет это слишком громко. Все, я тебя на максимум поднял. Все, ты звучишь отлично. Ты убедил меня. Queen of Pain отъезжает первым пиком для команды Radiant, да? Наша же за команду Radiant играют у нас соперники в этой игре. Ну и глянь, две подруги какие. Divina. Ну типа интеллектуал пик, задавим всех интеллектом. Угу. Что, где, когда на выезде? Типа два интеллекта сильнее одного. Надо брать Огрмага просто, переинтеллектуалить их. Рубику, кстати, очень отличные ультимейты. Что у Лины, что у Queen of Pain. Хорошие скиллы, есть что своровать. Ну и Ember Spirit вообще ничего воровать не будет. Просто впитает в себя все и расковыряет. Ember Spirit Mid или Ember Spirit легкая? Ну, типа, видели мы тут Кидара на Ember Spirit'е. Ой. Эту рапиру там на 25-й минуте, да? Или после двух Battle Fury. Да, 31-я да. Минута, у него было два Battle Fury, и рапиру он купил на 31-й минуте. Простите. Ну, да, это было страшно. Это тоже, кстати, был экспериментальный матч. Взяли... Ребята на не свои роли стали. Ember Spirit фармил. Забанили антимага, забанили Рейд Кинга.
В свою очередь, оппонент банит Магнуса и Вайпера. Посмотри. Не хотят находиться они в одной точке против Эмбер Спирита. Угу. Посмотри на аватарку Эраста. Просто слеза щеку мне оросила. Ну да, он там. А как ты, кстати, отнесся к этому событию? Ну, видишь, узнал я об этом только от тебя. Ну, ожидаемо, в принципе. С этим надо. Всегда ожидаемо, знаешь, ну. Понятно, все мы умрем. Это ожидаемо, но. Ну, не прошли на мейджор. В принципе, все. Ребята, вы съездили на International, заняли там 16-е место. Как бы еще это, ладно, вытерпели. Но дальше не прошли на мейджор. Все, в принципе, вы нерентабельны. Слишком дорого вас содержать, поэтому давайте ищите работу. Ну, тоже, да, будем откровенны, не первый раз же они не прошли. Они не только на мейджор не прошли, они много куда не прошли. И результатов не было. Вот побед. Я не помню, какая последняя победа была у Нави. Честно говоря, не могу и вспомнить даже. Ну, по-моему, это там что-то второе место они где-то брали на дефенсе или где. Ну да, или... да, звучит, да? Да, и типа, ну это еще было до квалификации на The International. И типа выиграли квалы открытые. Угу. Ну, точнее как, они же региональные квалификации они выиграли. Через открытые они не ходили. Ну и все. Больше ничем похвастаться не могут. Ну да, это точно, это точно. Ну, не... Они, конечно, могут сказать, что мы выиграли первый International. Ну да, такое не забывается. На втором и на третьем мы взяли второе место. Там, типа, кому-то было лень прожать БКБ, и поэтому Dream Coil сбил телефон. Все такое. Bristol Back. Night Stalker, Bristol Back, Lina, Queen of Pain. Против них Night Stalker сложная, да, думаю. Скорее всего, Брист легкая фармит, Лина саппортит, Квапа центральная линия. Огр мага Ваня не оставляет, ты видишь, в покое. Так ему нравится канат на Огр маге. Мне кажется, все-таки Bristol Back пойдет сложно. Night а, НС фармить будет? Да, НС будет фармить. Я бы вообще НС в мид отправил. Я бы тоже, кстати, и Квапу смело, кстати, легкую. Кстати, почему НС? Ну, Night Stalker. Ну, типа Арсарт. А, ну да. Много почестей НСу. НС типа топ саппорт, да? Валет. Тоже я и не помню, как он саппортил. Когда он, кстати, закончил играть? Года два назад уже, полтора, два. Ну, типа на том инте он там стендином заходил. А, да-да-да, он еще стендинил. Теперь он раскрылся в полной мере. Недолго стендинил, как мне помнится. Ну да. Там он сыграл две игры, и две игры они отлетели, и все. Да-да-да, точно, его отправили, сказали спасибо, не надо, дальше мы вчетвером. давай лучше вчетвером. С Лордаром отвечают на Bristol Back. Пикали уже наши ребята с Лордара или нет? По-моему, нет. По-моему, это первый с Лордар. Не помню, по-моему. Что-то вспоминается мне у Юникорна летающего города Селедка на самом деле. Но, по-моему, это какая-то была фан-игра или, может, тренировочная какая-то. Брудмазер в баню последний отходит. Чего вы так боитесь? Не могу понять. Винтерн-Виверн, последняя баня. Эмбер Спирит Мидлейн, раз есть Слардар, как я понимаю. Эмбер Мид, скорее всего. Может, опять в Мидлейн Кидар отправиться? Ну, не исключено. Ну, еще есть последний пик. Все-таки тянет его к своей номинальной позиции. Понятно, что этого было не избежать. Выжил он Люсю. Ну, Люся, кстати, здорово очень отыгрывает на саппортах. Он знает, что должен делать саппорт, и поэтому сам неплохо на нем исполняет. Это точно. Ну, а пул героев просто расширяется у него, и... Не критично на самом деле пересесть на саппорта. Достаточно такие у нас все пластичные и универсальные. И вот эти, кстати, эксперименты и показывают, когда мы ребят разбросали по разным линиям, и они взяли и за 20 минут выиграли игру в хламину абсолютную. Против тех, кому проигрывали 60-минутные катки.
Тут за 21 минуту просто дисбан соперник. Ну, типа, собрались. Говорит, ребята, давайте. Угу. Покажем им, на что мы способны. 37 секунд остается у команды Radiant. Для того, чтобы забрать последний пик. Может, это Night Stalker Support? Такое есть. Бы практикуется. В принципе. Тут, в принципе, кого угодно. Да, может. Это Night Stalker Support. Жирненько. Хотя, посмотри, каждый индивидуально реально неоднократно использовался как мейн керри вот из всего стака. Квапа, Лина, Night Stalker, Bristleback, Slark. Просто какая-то, вот, я не знаю, 5 керри дота. Типа Лина уже не так сильна. Ну, хотя, по-моему, сильна она по-прежнему, но ее не так часто стали брать. Нет, ну вообще, я имею в виду такой пик вот из героев, которые в разное время были главными действующими лицами. Да, Bristleback, он как бы как был сильным оффлейнером, так и, в принципе, и остается. По-моему, его там только поднимают, чтобы им еще чаще играли. Ну и чем ответят команда RTTI? Clockwork. Кто еще? Кто если не он? Нет, Мирана. Роуминг, наверное, Мирана. Кидара забирает себе Эмбер Спирита. Эраста будет Мираной на сложной. Юникорн фармит на Слардаре, Борс на Угрмаге саппортит, и Люся Гадлайк саппортит на Рубике. Тоже, кстати, герой из его пула. Да. Летающий город. Изменился никнейм у нашего керри. Я к нему не привыкну. Для меня он всегда останется единорожкой. Ребята ставят на себя, я правильно понимаю? Ну, я думаю, да. Ты, кстати, должен мне одну мороженку. А, точно. Запишу на твой счет. Запиши. Если отсюда буду отправлять, конечно, я не уверен, что дойдет к тебе холодным. Хотя, блин, до тебя дойдет как раз подзаморозится, когда Почта России там до тебя доставит. Хотя это в июле уже будет, получается. Где-то, если сейчас отправить, я знаю, что у вас там где-то месяцев 10-12 среднестатистическое время посылок. Вот это так. Правда? Она правда такая говёная, эта Почта России? Ну, я не знаю. Типа там с Китая за месяц посылка доходит. Подожди, ты живешь там под Китаем? Ну, нет. Нет? Я далеко не... тебе, да? Мне 5 дней на поезде или 6. Ну, впритык, в принципе. Дима пишет, что это? Что? Ты смотри на них. Who is who? Это я знаю, кто это пишет. Это он пишет, он сегодня предъявлял просто в общей конфе, говорит, ты относишься ко мне очень несерьезно. И я говорю, я пересмотрю наши отношения, буду относиться к тебе более серьезно. Да как я должен серьезно относиться к человеку, который пишет Дима Ху? Дима, кто ты? Угу. Итак, Харт играет на Сларке, отправляется фармить легкую линию. РТЛ идет в мидлейн на Квапе. Одесский у нас играет на линии. Фалк играет на Найтсталкере. И Увао играет на Бристлбеке. Ты знаешь этих ребят, кстати? Нет. Я тоже первый это раз. И это тоже, да, не Нави? Это тоже не Нави. Я никого не знаю, кроме Нави. Нави больше нет. То есть я никого не знаю. Да, никого не знаю. Будем знакомиться. Ну и по нашей команде Угрмаг будет саппортить у нас Слардара на топ-лейне, насколько я могу понимать. Лина тоже скорее... А, Рубик тоже туда, скорее всего, отправится. Хотя, может, и на мидлейне будет вместе с Эмбер Спиритом. Эмбер — центральная линия, отыгрывает на нем Кидара, кэп-команда. И Раста на Миране отправляется в сложную. Я бы с Мираной кого-то поставил. Потому что Мирана-то подруга хорошая, дэмэдж нормальный, скиллы хорошие для фарма, но если ее зацепят, ее развалят. Рубика по-хорошему к Миране бы отправить. А нет, Рубик рейнджевой. Рубика по-хорошему к Слардару. А вот Угрмага можно и к Миране.
Ты посмотри на этих подлецов, ты их видишь? Вспомнил, да. Вспомнил, когда ребята играли со Слардаром. Это было против стака там моих знакомых. Это был отчетный матч у нас тоже. И там все было жестко. Все будет жестко, так ждем Квапа. Ну, у Квапы не будет денег на бутылку еще 1000 лет. Куда там Люся Гадлайк пошел? За ним даже крипы не побежали. Ну, прочекали бы, посмотрели, там, ну, талисман у Квапы, то есть не будет очень... Хотя вот зачем, вот куда Люся Гадлайк. Игнайт, ну, и RTL просто через блинк уходит. Надо было это делать на первом левеле, а второй дождались, и в итоге рассыпался Люся Гадлайк потихонечку. Ну, да, или хотя бы стан брать Боржу. Ну, это не успели бы они забрать через стан телекинез. Не успели, ну, главный фейл был, второй левел получил, все, миссия провалена. Люся теперь еще и курьера решил развалить. Так, там Лина проседает очень сильно от Эраста. Эраста в соло наковырял Лину. И кто-то еще здесь нахватался. Бристлбэк. Бристлбэк на сложной против Борса. Че, Эраста бодренько стоит. Правда, ни крипов не убивает. Левел вообще не получает. Но в целом смотрится очень даже симпатично. Так, Юникорн имеет у нас 6 крипов. В то время как его оппонент... Харт имеет уже 12 крипов, 12 на 3. Мидлейн. Мидлейн чуть не умер, глянь на Кидара. Да, но по крипам идут, кстати, достаточно ровно. 4 крипа имеет Queen of Pain и 3 крипа забрал Кидара. Кидара, по идее, должен на базу сейчас уходить, просто хилиться. Батлы у него нет, придется бегать. Этому парню выпадают всегда нужные руны. Я думаю, регенерация была бы ему поинтереснее сейчас, чем хаста. Ну, хэст, типа, тоже неплохо. Быстро добежать до базы. Ну да, ну что, по голде у него 600. Ботл нужен. Но где его взять, сейчас непонятно. Ну, сейчас, по идее, все уже должно быть. Рубик не уходит. А вот Рубик сейчас будет искать здесь курьера. Должен. Курьера он должен видеть. Видит курьера. Спускается, один удар, второй удар. Нет, да, да. Курьер умирает, но курьер передает батлу Queen of Pain. В любом случае, нормально все. Так, врыв на Кидара, Flying Guard второго левела. По идее, нормально дэмэджа впитывает в себя. Ну и Кидара отходит. Психованные пацаны. Какие-то непонятные паузы. А, Сларк отсыпался. Окей, 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 окей. Отсыпался Сларк. Новое выражение. Угу. Не знаю, сейчас его придумал. Очень крутой. 1000 голды на руках имеет Слардар. В свою очередь Сларк имеет всего 240 монет. Купил он промуншилд, купил ботинок. Слардар еще ничего себе не покупал. На депозите все у него. Да, все на депозите. Найтсталкер. Фармил отводы, нафармил всего 2 крипа. Фермер от бога просто. Фермер от бога. Одесский вообще не добил еще ни одного крипа, но он же типа Лина саппорт гоняет нашего оффлейнера. Кстати, оффлейнер наш убил одного крипа, представляешь? Вижу, да. А Лина заденайла одного, нормальный вариант. Типа не дно. Ну, тяжело, тяжело. Здесь Лина, она харасит. Здесь Сларк, то есть подставился, рассыпался. Ну и нестандартный для него, будем откровенны, нестандартный для Никиты герой. Он на нем-то не играет, а тут, видимо, и отсутствие опыта дает о себе знать. Где Сларк? Ну, будем надеяться, что он перезайдет. Да, вроде в доте уже. Reborn One Love. Угу. Бристлбэк. Забрал 7 крипов, имеет 4 уровень, что очень неплохо для оффлейнера. Да, селедки не уступает. Какие-то послания продолжают тебе писать Люси Гадлайк. I'm with stupid. Сказал, извините, I'm with stupid. Я немножечко, чуть-чуточку дебиль. Ну ничего, нормально, нормально. Чуть-чуть дебил, говорит.
А кстати, что он там добил? Чуть-чуть. Да, добил чуть-чуть. Чуть-чуть есть. 1-0 Рубик. Это курьер ему засчитан или крип? Курьера не считают, ты не знаешь, как крипа? Не знаю. Наверное, он добил все-таки крипа. Mm-hmm. Стыдно, кстати, мне вот, честно говоря, что я это не знаю. Ну, ничего страшного. Какие наши годы? Ну, это точно. Еще выучим. Мы в прошлой игре не прочитали, что будет Линкен Сфера в ВР-ке. А тут... Зато ты прочитал, что наши ребята сольют. Понимаешь? Ты хоть какие-то плюсы у тебя были из прошлой игры. Я вообще в глобальном просто. Я типа выиграл мороженка. Это точно. Пойду куплю мороженка. Точно. И скажи в магазине, что запишите на его счет. Да-да. Приедет, расплатится. Угу. У меня как раз в соседнем с тобой магазине счет был открыт. Что, наши ребята выигрывали по голде немножко, там 300, теперь внизу и по экспириенсу проигрывают 1000. Кидара выходит на RTL. Ну и как долго, кулдаун Блинка. Блинк только что. И сыграл эту злую шутку. First Blood забирает Кидара. Отличная игра от Борза. Канат на месте. Вовремя вышел. Сыгрались, ребята. Бристл Бэк 4-го левела. Так, Слардар у нас пошел под краш от него. Ну и бьют Бристл Бэка. Бристл Экспрейм сильно надамажил Юникорна. Но в целом килл достаточно полезный. Найтсталкер в это время. Найтсталкер забрал потну. Ну, забирали ее там всей толпой. Видим, достаточно битый Сларк вышел из этой битвы. Ну и там еще у нас, кстати, лоу хп-шный Эмбер Спирит еле ушел. Съел дерево. RTL тоже наполучался. Но это была от Тавра. Ой, Найтсталкер побежал за Кидара. Воет по нему. Еще один удар. И Кидара в таверну. НС. Дикий просто. Ночь настала. Да, ночь настала. Ну, НС. Ну, почему нет? НС. Потому что Ваня Баланар. А, это... Нет, это не Ваня Баланар. Это был бы Ваня Баланар, уже бы игра шла к завершению. Ваня Баланар. Ты опять сейчас тоски нагоняешь. Зачем ты это делаешь? Только успокоились все. Я такой. Все, это страшный сон, это страшный сон. Нет, такого не могло быть, потому что... Так, а на самом деле, ты доту, кстати, не из-за Нави начал любить смотреть? Ну, нет. Типа, знаешь, я там еще помню ДТС. А, ты настолько олдскульный, да? Еще знаю, кто такой Яматех. Нет, ну Яматеха я, допустим, знаю. Яфица, Яматеха, этих ребят я знаю, помню. Но вот так, чтобы стабильно смотреть профессиональную доту, все, конечно, у меня с первого инта началось. Да? Вот, ну, видишь, как ты поздно пришел в доту. Это точно. Это... Нет, я в профессиональную поздно пришел. До этого у меня 3 года было... 3 года условно было. Подрезал женщину в баре. Нет, до этого было там 3 или 4 года первой доты, но я профессионально не увлекался. Ну, я типа... Она не была мейнстримом тогда еще. Тогда еще не было профессиональной доты, можно так сказать. Я еще смотрел Вилата, раннего Вилата, слушал его отличные комментарии в прошлом. Он бодрил очень плотно. Забавно там комментил. Да, это была такая, знаешь, крутая комнатная атмосфера. Я старые реплеи пересматривал, ну конкретно просто изучал историю Вилата, так если напрямую. Смотрел эту олдскульщину, там у нас Бристлбека разваливает. Все очень, прям чуть ли ну так, не в... В обиду современному, но все было очень живо. Ну, типа, тогда позволял этот формат. Это точно. Нет, во многом и сейчас, конечно, позволяет, но, значит, время никого не щадит. Взрослый, степенный Вилат не такой угарный, как был раньше. Теперь он не кричит, подъехал на паровозе, разбей ему. Ага. Вот, не, ну и не сейчас... матюкается, не флеймит. Ну, взрослый дядя стал. Ок, просто разбивает лицо Люси. Двоим? Он там еще и расковырял Борза. Просто дикий вообще Найтсталкер. Уже 4-0 счет. Не тому отдали роль фармящего персонажа. Ты видел, он крипов убил, по-моему, меньше, чем героев. Так, Кидара убивают на центральной линии, и Огр Макс забирает в это время Квапу. Хотя сначала он забирает Квапу, а потом Квапа забирает Кидара. 7-5. У Найтсталкера 6 крипов добито и 4 героя убито при этом. Эраста пришел у нас на топ-лейн. Что он делает?
я думал, даст стрелу, а он попытался сделать стак, но у него это не вышло. Ну что, 7-5 счет по голде. 1500 в пользу Radiant, по экспириенсу тоже почти 1500 в пользу команды Radiant. 8 минут сыграно. Что там еще? ГПМ 358, 360 топовый ГПМ у Сларка. Как непривычно видеть столь маленькие цифры у Кидара. 295 ГПМа после предыдущей игры на Алхимике. А Сларк, глянь, что творит. Что это было сейчас? Ну, он закупился в ноль и пошел отдался нейтралам в лесу. Почему-то типа, думал, так будет быстрее, чем бежать до базы. Ну да, 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 да. Закупился в ноль по настырней. Ребята ставят паузу. Все, сливается. Сларк делает вид, это пацаны, я их развел. Пусть думают, что я специально умер. Кидара вниз отправился. В миде вообще печаль абсолютно. Он отдал Миране мидлейн. Мирана пятого против нее. Квапа восьмого. Что-то подставой попахивает. Ну и ночь. Есть сайленс. Нет, не ночь. Но сайленс по-любому есть. Обузит ботл. Раста не попадает стрелой на центральной линии. Так, вниз у нас отправляется сразу три игрока команды Radiant. Летающий город. Ой, Размансили. Молодцы. Бор старается уйти, лайтстрекера и ловит. Здесь есть Лагуна Блейд. Не жалеет. Одесский Лагуна Блейда и все. Все. Это как бы на этом как бы все. Я так и не понял, что он сделал Люся, почему он не дал стан. Двоих хотел зацепить, они взяли и разошлись, и он как шарахнет по земле, отбил себе весь хвост. А у него там, ты видел, какой-то уникальный модификатор атаки, Immortal, да, если не ошибаюсь, оружие? Да, так и есть. Да. Крутая ракушка в руке, с которой он совершил, кстати, всего 7 убийств. Одно из них в этой игре, кстати. Хоть бы накрутил. Пробустил бы. Ване дал бы. Что, по голде 2500, по экспириенсу 2800. Все это в плюс команды Radiant. Ну, ждем, Ember Spirit пока плохо себя чувствует. Всего 30 крипов за 11 минут. Это печальный абсолютно крипстат. Ну и Кидара цепляют. Так, нормальный стан пошел у нас от Юникорна. Еще и фисты от Кидара. Ну и пытаются дожечь здесь Найтсталкера. На него бросают урну. И на спринте Слардар его догоняет. По одному фрагу заработали, нормально по голдишке поднялись. Найтсталкер еще и стрик забрал. Снизу тоже неплохо разменялись по ХП с РТЛом и с Ларком, с Хардом. С Ларку пофиг, да, РТЛа отправили на базу. РТЛ покупает себе Void Stone и будет собирать Юл, как я понимаю. Вообще, что тут кто собирает? Фейсбуцы есть у Фьюика. Урнов Shadows, Magic Wand, Stout Shield у Найтсталкера. Квапа. Пока что только Void Stone, Null Talisman, ПТ Ботл. У Лины 1000 голды на руках, Tranquil Boots есть у Одесского и Bristol Back. Power Threads имеется, Ring of Basilus имеется. И что? Посмотри на... Да, это Лина покупает себе... Void Stone. Я думал, что... Все, ошибся. Я думал, у Лины есть один Void Stone. Она покупает второй Void Stone. Психанула. Типа, знаешь, 200% к регенерации маны. Тоже на дороге не валяются. Так, RTL разорался на Рубика. Рубика расковыряли. Ох, быстренько Квапа все сделала. Задувка от Одесского и раскастовка от Квапы. В одного Рубика, в одного саппорта все потратили. Не знаю, стоило. Наверное, стоило. Ну, типа, кулдауны небольшие, там всего 120 секунд. А Фьюика опять будут забирать. Что-то плоховато все у Найтсталкера. Урну на него повесили, Слизерин краш не туда. Кидара прилетает, но на ремнанте Фьюика дожирает. Чины не прошли, но здесь Эбер Спирит по флеймгвардам нормально подрался. И РТЛ еще разваливается. И еще один, глянь. Слава богу, отменил ТП. Кстати, он сделал байбек, отменил ТП. Очень много денег потратил Найтсталкер.
очень сильно должны сейчас просесть, ребята. 123 по голде. Просто пацан просел. Это еще и после смерти. 2600 плюс уходит после этого замеса по голде команды RTTI. А, Рубик. Рубик разваливается. На то он и Рубик. Но Эмбер Спирит забирает тавр. Надо всем уходить отсюда. Драться на таком лоу хп бессмысленно. Так. Что у нас по артефактам у команды RTTI? Как ты думаешь, что собирает Борс? Борс собирает. Глиммер Кейп собирает. Борс имеет он аркан. Ты можешь в любой игре, вообще ночью меня можешь разбудить, спросить, что собирает канат. Что обыкновенно собирает канат? Фьюика, кстати, поймали стрела на секунды две, это точно. Ну и Фьюик сейчас умрет. Он, кстати, не вышел даже из стана. Отличная игра от команды RTTI. Эмбер Спирит, он же Кидара, у нас имеет Boots of Travel, летят ему Drum of Angels, в свою очередь практически, от, ну почему от, практически, отъезжает у нас Bristol Back. И вот он, вот он Glimmer Cape у Борза, специально подарил. Убей меня, брат, говорит, купи, купил. Именно он. Эраста разменивается здесь по ХП с РТЛом. И Раста имеет у нас только Аквилу. И добить Раста. Нет. Добить рядового Раста. Добить рядового Рая. Психопатия. Что, Кидара будет драться? У него маны маловато, кстати. А так бы можно было с ремнантами что-то еще учидить. Слардар тем временем приобрел Blink Dagger, имеет Power Threads и Urn of Shadow. Рубик, в свою очередь, имеет только голый сапог, вард и один телепорт. Не густо у Рубика. Ну и счет у него, кстати, 0-5. И, по-моему, сейчас это будет 0-6. Нет, успел улететь. Успел. А селедочка, глянь, как по КДА поднялась. Юникорн 6-1-4, да? Там были, конечно, проблемы. Так не глобального уровня. И в итоге Слардар 6-1. Типа, кто здесь папка? Квапа не убежала, все-таки Кидара очень много дэмэджа в себя впитал. Вот. Летающего города от Юникорна, но... На этом он и закончился, да. 2 в 1 размен, забрали мидлейнера, забрали саппорта и потеряли своего мейнкерри. Еле-еле Кидара здесь еще выжил, он Лагуна Блейд в себя впитал. Там, если бы не флеймгвард, Кидара тоже рассыпался, и все было бы печально. Но пока не сильно печально. Отлично. Отличная стрела просто. Раста нашел своего персонажа. Не только я в пабах номера не играю. На тренировках команды Раста тоже будет практиковаться. Но мне говорил Канат, что это один из чуть ли не дефолтных героев Вани. Кидара, Мирана. Как я понимаю, это мидлейн Мирана. Ну и не знаю, насколько мне известно, сигнатурочки, это там всякие виверы. И, в общем, керри герои. Ну, вот промазал. Промазал стрелой Эраста, и, по-моему, он сейчас поплатится за это. Хаста, они... куда там? Хейст. Визунчик, смотри, какой просто счастливчик. Наши все просчитано у него. Наши в плюс вышли по голде 2000 и по экспириенсу 700. Так, ну, будем объективны, не наши, а команда Rotus International. Какие они наши? Мы не предвзяты. Нет, что, мы не топим за них, нет. Мирана умерла, раз мы не топим за них, Мирана взяла и сдохла сразу. Да пошли вы нахрен вообще, раз и... Не топят они. И суицид проюзала. О, какой здоровый тавер под бафом Олдермага. Ой, как жестко наваливает RTL. Ух, просто не смог уйти. Один баш прошел, один баш лишний. Ну или там нужный после Слизерин Краш. И дамаги огромное количество. Копия, я видел, она уже блинковаться пыталась, но там не до блинка было, когда 0 хп. 462 по голде и 880 по экспириенсу. Полезный фраг. Типа не зря и Мортал пушка у него как бы там... Разошелся. 8-2. Хороший абсолютно КДА. Все проплачено. И Кидара, глянь, по-любому, да, его очень сильно напрягали, но Кидара все равно топ-нетворс на карте. Ну, типа это Кидара. Ну, да, типа так, на самом деле. Так у него нет Battle Fury, у него нет Дейдалуса, да, там Флеймгвард, все дела, но так на дэмэдж особо артефактов нет. И 2700 у него на руках. Наверное, он подумал, куплю я сразу рапиру.
Так, здесь, кстати, не переиграть бы Кидара. RTL просто в соло расковыряет, и Фьюик думает, выходить, не выходить. Выйду. Остановил Кидара, Кидара сейчас психанет. На элементе улетает. Стрела от Мирраны, не точно. Ну и в это время Рубика убили. Сларк плюс Бристлбэк разваливают Рубика. И летающий город готов врываться. Самому по Тауру не надо лезть. Плохая примета. Да ладно. Угу. Было. Борс так не считает. Этот в примета вообще не верит. Этот вообще есть. Нормально, я жирный. Жирный персонаж. Ну что, стрела полетела. Попадет, не попадет? Нет. Вау, попал. Без стрелы обошелся. Там Сларк в это время разваливает Мирану. Борс начинает бить по Сларку. Глиммер Кейп, канат. Глиммер Кейп. Нечего выдумывать. Есть артефакт, жми артефакт. Ой, Слардара расковыряли. Кидара по-хорошему уйти бы отсюда. Ну и Сларк в итоге у нас забирает Борза вместе с Квапой. Ну и Кидара лоу-хпшный. Кидара тоже здесь остается. Что за фест? Типа, ребят, мы тут вам пофидим сейчас маленько. Ну да, так, скучновато стало им играть. Поиграется. 4200 экспы. Офигеть, 2800 по голде баланс изменился. Классно, подрались. По-мужски. И все преимущество практически к нулю. Ушло. Скрим забрал себе Рубик. А смотрю, Мирана от Никиты дает стрелы, знаешь, так, на дурака на самом. Так они называются. Вот пройдет, не пройдет, пройдет, ну вдруг пройдет. Нет конкретной какой-то комбы, да, там, если бы это была под Рубика телекинез, допустим, я бы понял. То есть стрела верняковая. Не просто так тратится 100 маны, не просто так кулдаун идет у стрелы. Будем забирать. Но очень много стрел от Мираны видно, что, знаешь, такие несанкционированные стрелы. Фейт сейчас заберет себе... Сларк. Кстати, у Сларка уже почти готовы БКБ. И... Ну, Мирана пытается уйти. Инвиз есть, инвиз надо юзать. На самом деле, прямо сейчас он уже должен понимать, что-то здесь не так. Юзает, не юзает. Очень зря не юзает. Пытается мансить. И уходит. Уходит в лес. Ждал до последнего. Надеялся, что не пойдет за ним. Просто так Бристлбэк с половиной хп пошел за Мираной гоняться. Вангард появляется у Бристлбэка, БКБ появляется у Сларка. И должны сейчас более агрессивно начать себя вести команда Radiant. Сларк с даггером там нет? А, Сларк с инвизом. Сларк с шадоубледом. Летающий город. Слизерин краш на пустое место. Квапа убежала в лес. Знал бы об этом летающий город, побежал бы. За Квапой, но не знает Юникорн. Не добежать. Юл в любом случае есть у Квапы. В принципе, еще дополнительные мансы какие-то. В целом, можно увернуться от того же Слизерин Краша, если вдруг влетит в тебя, а ты не успел отблинковаться. И Борс врывается по Тауэр. Самый серьезный в Глиммер Кейп. Сразу валить просто. Стрела попадает у Вао. Ну и все. Рубик в таверну, минус один, погнали. Кидара на собственный ремнант врывается. Но здесь бы чайнами, кстати, по таврам зацепить. Все получают по голове от команды Rots International. Сларк лоу хпшный. Сларк просто уходит в Shadow Dance. Бедный, бедный Кидара. Ни на что маны не хватает. Летающий город не подсветил Сларка. Нет, это был просто дафпак, который снял. Ой, остановили Эмбер Спирита на медлейне, Лагуна Блейд в спину, 565 голды. 3 в 1 в итоге подрались, 1800 золота и по экспириенсу 4.90. Сумбур происходит в файтах, и меня это немного печалит на самом деле. ПФ появляется у Эмбер Спирита. И знаешь, что плохо? Например, все. Лоу хпшный здесь Бристлбэк должен, по идее, догореть. 70 хп, догорит, не догорит. Как и в предыдущей игре, ребята вот замесили, хватает каких-то мелочей, чтобы добить их, чтобы добить соперника.
мне кажется... Ой, стрела будет... очень крутая от Раста в RTL, сильно по ХП просядет. А может и убьет, кстати. И RTL в итоге не блинк сделал, а стоял тупил. Решил дать Shadow Strike. На этом все и закончилось. И, правда, и Раста здесь ждет очень долгая и мучительная смерть. Летит сюда Кидара. Чины, нет? Чины. Нет, нет, не чины, просто так, между прочим. Ну и здесь уже на спринте бежит Слардар, через секунду будет Даггер. Не успевает, ой-ой-ой, Одесский сейчас поиздевается над ним просто. Ну и Одесский разваливается. Юникорн тоже Слизерин Краш успевает дать. Кидара в соло против Фьюика, против Харда. Канат приходит. Умничка, Глиммер Кейп. Ушел в Глиммер Кейп. Я вижу Каната в Глиммер Кейп, и я сразу становлюсь спокойный-спокойный. Типа, главное, Глиммер юзать на себя. Ну, значит, все хорошо, значит, все стабильно, все идет, все как по-прежнему, все. Что-то уже спать охота. Сон для слабаков, держаться. Да, особенно Люся точно знает, что сон для слабаков. А, да, это точно. У него сколько? Часа 4-5? Так, Люся 4 у него. Ну, да, уже 5 часов у него. Быстрее, 5 час. Ой, неприятность. Ну, что он хотел? Ну, так вот. Дота требует ночей без сна. Ой, отличная Эраста. Упрыгал. Ну да, карты. прыжок, две лягушки просто встретились. Люся Годлайк своровал Квиллинг Спрей. И ходит и плюется. Да, Рубик это очень крутой фигня. По-моему, так где-то сродни, знаешь, этому краденому морфлинга, краденой перекачки. То есть нереально полезная штука. Требует 35 маны, и ты при этом бегаешь и дамажишь всех. Просто бесконечно. Бежать, Юникорн. Люся Годлайк украл еще и Dark Pact, но сам себя почти убил этим Dark Pact'ом. Бедненький. Ну, в это время Найтсталкера забирает внизу, Эраста и компания. И Кидара под Shadow Strike'ом. Ремнанты я не вижу, расставил или нет. По-моему, нигде не расставил ремнанты. Чины по всем. Троих зацепил, Кидара Лух и Пэшный в Глиммер Кейпе, РТЛ разорался, минус 3, и Слардар пятым героем отправляется в таверну. Ох, разрывчик начинается. Man 5, full life. 2000 по голде, 5600 по экспириенсу. Быстренько сориентировались игроки команды Radiant, забрали обидчиков Найтсталкера. Необходимо, конечно, пушить, давить. И ты знаешь, что ничего хорошего, две драки подряд в слитах. Ну а дальше тоже непросто будет. Когда нечем будет пробивать Бристл Бека, или когда всю команду под Кримзон Гвардом будет нечем пробивать, а это очень скоро. Нет. 900 на руках у Сларка, я думаю, будет делать Скади третьим артефактом. Сларк тоже опасен. Казалось бы, вроде инвиз с Лардаром решается, но тут Dark Pact раз, во-вторых, Борс стоит, просто смотрит на своего оппонента, Сларк под БКБ уходит. Со Сларком непонятно, как бороться. Amplify Damage с Лардара сбрасывается Dark Pact. Видно его, тоже не видно, в общем-то, через Shadow Dance будут сыпаться. Сларка отпустили очень далеко, 9-2-6. Ой, хороший замес. И у нас Ювау от Bristol Back'а Blade Mail проюзал. На центральной линии Юникорн опять в никуда Слизерин Краш, но по идее здесь двоих-троих могут расковырять. Кидара прыгает на центральную линию, видит здесь RTL, еще один удар и RTL в таверну. Также забрали линию. Да. Попала она под стрелу. 3 в 0 разменялись. Очень хороший, удачный замес. Еще и Сларка ловят. Или кто кого еще ловит. Сларк сейчас будет разговаривать. Сюда уже Найтсталкер летит. Отменяет Найтсталкер у нас ТП. Кидара не хватает даггера для мобильности. Как? Угу.
Рапиры для мобильности. Тем, тем временем Харт вернулся и просто забрал Борза. Кидара еще два удара получил бы и умер. С четырех ударов тут сносил. Тут у него 200 дамаги с руки. Даже больше, 225. Похищено 45 ловкости. Все в порядке. Ну, еще Т1 по топу забирает Найтсталкер. Аганим появляется у Найтсталкера. Теперь Вижена у ребят крайне мало ночью. На... у Сталкера этого Вижена ночью просто... просто невероятное количество. Раста сейчас проблемы. Это видел. Ну, хорошо, что он их не заметил. Это все было недолго, не мучительно, это было очень быстро. То есть, чтобы успокоить, скажу вам, он умер очень быстро. Слардар с дизолятором, но он просто дамаги не вывозит. На самом деле, тут Вангвард был бы, наверное, поинтереснее даже, чем Дизоль. Пока бы я пусть себе Слардар. Воу-воу. Кидара просто... долетает удар по спине еще. Кидара, надо бежать. Он оставил ремнант, и на него еще одна урна вешается. Успеет, не успеет, как думаешь? Барабаны провязай. А там ждут, ждут на ремнанте. Стоят, караулят просто. Ну, вот здесь уже компашка целая. И Харда ловят. У Харда нет маны. И Кидара уворачивается у нас от Лины. Очень круто, очень круто. Ну и Люся уходит. Борс еще дерется. Кидара тоже далеко уходить не собрался. Мирана уже здесь. Надо драться. Стрела влетает у нас во Фьюика. Кидара, глянь, вообще просто на таком лоу хп мансит. Квапа прыгает, ой, больно. Ой, доигрались. Вот это жесть, ну и здесь уже Эмбер Спирит. Все, мана есть, флеймгвард есть, чины есть. Фьюика приморозил всех, даблкил уже от него. Еще и гем выпал. Байбек того стоил. Типа гем валяется и всем на него. Да пофиг. Плевать вообще, пока нет каната, никто не будет ничего забирать. Да ладно, ну сейчас курьером просто заберут. Забирают и улетают. И здесь курьер. Что? Что? Почему что я делаю не так? Почему не мог взять этот гем с Лорда? У него был слот. Не знаю. Я думаю, Эмбер Спирит мог стаутшилд, Пурман Шилд просто выбросить к чертовой матери и забрать. Ну, Селедка, ну они уже вели курьера. Они не думали, что такая наглая будет игра. А где, кстати, курьер команды? А вот он по текстурам несется с гемом. А им нужен был гем. Shadow Blade от Сларка это неприятность. А как тебе бабочка от Сларка? Приятность ли это? Отличный выбор. Сларк точно знает, как играть в эту игру. У Селедки много дэмэджа, но сейчас просто появится бабочка. И там раз не попал, два не попал. Где-то баш не прошел. И это в ДПС... ну, отразится на ДПСе сильно. Если раньше он прыгал, давал Слизерин краш, и с трех ударов разваливал, то с Сларком такой номер уже не проходит, это факт. И смотрим, что Сларк творит. Фух. Просто разрыв начался. Я думаю, что играют, что не хочется. Ты думаешь или хочешь? Ну, в принципе, ребята могут уже идти забирать Рошана, забирать последние внешние товара. Ну, еще минут 20 и типа все. Ну, у Сларка уже есть деньги на Баттерфляй. Пока не покупает, а вот теперь приобретает себе Баттерфляй и полетел курьер. Ну и фуловый Сларк. Ему пофиг вообще на все. Эмбер Спирит покупает себе Манта Стайл. Наконец-то избавляться от сала Найтсталкера. Вышли за Борзом. Стрела хорошая. Стрела попадает в Сларка. Дарк Пакт. Как же проперло здесь Сларка. Да, вроде получил 5 секунд. Но... Забудьте, да. Условно досрочно его отпустили. Угу. Амнистия моментальная. Амнистия, да, ребят. Президент сказал всем жить. Кримзон Гвард у Бристлбека уже готов. Еще и 1300 сверху. Что у нас по команде? 32 минуты сыграли. Огр Макс, Глиммер Кейп, Staff of Wizardry есть. Форс Staff, скорее всего, будет. Эмбер Спирит Манта Стайл себе принес. Battle Fury мы видели. Мирана. Ring of Aquila, фейсбуцы. Мирана жутко недофармливает. Мирана идет со счетом 2-9. Наверное, это отчасти отражается на ее фарм. Слардар. Слардар
печально тоже себя чувствуют дезоляторы, и по-прежнему Оверклаб уже минут 5 или 6 здесь один, одинешенький. Орут на Слардара, RTL включает БКБ и разваливает селедку. 3 в 0. В то время, пока, пока команда RTTI фармит крипов, команда Radiant фармит команду RTTI. Это точно. 104 секунды не будет кидара, это ГГ. Я думаю, скорее всего, тут уже долговато ждать нет смысла. Ну, наши ребята ждут. Не есть. Все потеряно, говорят они. Не все еще потеряно. Еще стоят товара, стоят еще бараки, поэтому можно еще драться. С Эмбер Спиритом можно драться, я думаю, до последнего на самом деле. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Дискоммуникация жесткая. Люся Годлайк поднял у нас в телекинез квапу и просто из-под стрелы ее увел. Что-то. Что-то. Какое-то напряжение, видимо, в команде появилось. Потому что еще. Еще в среду они отлично играли, отлично взаимодействовали. Ну, это опять было. Же, пробуют новые всякие меты. Слардар, Керри, Мирана, сложная. Непривычная для них мета. Да, абсолютно новый пик, я бы сказал, для наших ребят. Рубик в роли саппорта, и не только Рубик, но и Вова в роли саппорта. Обыкновенно он на мидлейне играет. Не везет как-то Слардару, просто под Dark Pact Сларка дает Amplify Damage. Ну, он типа... Просто вот секунда в секунду дается и сразу спадает, моментально. Как сговорились. Ну, Юл уже на подходе у Огрмага. Остается только на рецепт накопить. Настакали здесь в лесу ребята себе крипов. Настакали кентавров. Юникорн пришел все это дело зафармить. Сейчас его плохие новости ждут. 16 тысяч проигрывают по голде команды RTTI. И 20 тысяч, 22 даже тысячи проигрывают они по опыту. Ой-ой-ой, какие мансы от Эмбер Спирита. Провязал Манта Стайл и заевейдил Лайтстрекер. И все остальное вместе с ним. Парень знает толк в этой игре. Знает, куда что надо нажать. Харда будут убивать? Не будут? Тут Аэго. Тут Аэго, тут уже есть Башер. Ну и БКБ пошел у нас в Харда. Хард будет их тут убивать. Должны, у Кидара есть флеймгвард. Есть чины. Харда убивают. Да, нет, да, ну да, наконец-то. Кидара на ремнант быстренько. Забрали, хотя бы Аэгу сбили. Ну, то есть убить убили. Значит, это возможно. Один. Летающий город должен стопить. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Говорит, если не врыв с даггера, то я вообще не буду Слизерин Краш юзать. Ну, вау, убили. И дальше на ремнанте Кидара. Даблкил уже. И Одесский лоу хп. И Одесский рассыпается. Найтсталкер под чейнами. Флеймгвард через секунду у Кидара. Флеймгвард надо уже сейчас включать. Включает, дерется с Фьюиком. Манта Стайл есть у Кидара, но он его почему-то решил не юзать. Но и Фьюика, по-моему, здесь убивают. Ух, молодцы. Минус 5. Трипл килл от Кидара. Денег 3400. Гем выпал, по-моему, с добрым утром. 6400 по голде. 13240 по экспириенсу. Да. Невероятная драка просто была. Ребята все... Ножи в стиле просто. В стиле... Смогли собраться. В стиле турбо-камбэков. Мы смотрим на графики. Они двадцатку проигрывали. Ну, отыграли часть. График не шибко изменился. Ну, это еще до обновления сейчас обновится. Они будут, я думаю, ну, 14 проигрывать. Все равно, что важно, это какие-то вот эти деньги, эти 2000, которые хрен знает где нафармишь, там, которые тебе не хватало до нормального артефакта, они попались. У Люси, например, теперь Юл будет, он сможет как-нибудь отсла. Да ладно, что ты видел? Нет, я не смотрел, что там было. Одесский дал лагуну в иллюзию. Ну, психанул пацан, ну. Нервная игра, с кем не бывает. Иллюзия даже не близко с Кидара стояла. Просто так бывает. Слушай, бараки на топе давно упали. Да, с тем еще заходом. Point booster есть у Борза. На Глиммер Кипе дело не закончится. Раз, того хпшный.
сейчас мог бы быть. Но не стал. Рапира от Кидара, не рапира? Ну, ты знаешь, я бы, наверное, все-таки рискнул. Пожалуй, что так. Тут, разумное решение, реально. Рискнуть — самое рациональное решение. Ну, может еще собрать второй БФ. Хотя, опять же, рапира без критов, деньги на ветер. Да нет, так было в прошлой игре. Ну, там, правда, было 2 БФа. 2 БФа и 40к перефарма на 20-й минуте. Ребята типа оунили жутко. Ну, смотри, Харт пошел врываться. Включил Shadow Dance. Его сейчас можно ловить. Ера и Кидара полностью с этим солидарен. Вау, еще и стрелу поймал. Пусть даже и в спину Dominating Streak. Покупает себе Кристаллис. У него есть деньги на Дейдалус. Байбека у него, по-моему, нет. Поэтому... Нет, есть байбек. Есть байбек у Кидара. Наверное, будет оставлять деньги на байбек. Ну, он профи должен. Сколько здесь? 2600. У него избыток. Остается нафармить всего ничего. 800 голды будет Дейдалус. А вот они стоят, 800 голды. Угу. А вот, кстати, Сларк стоит здесь. Кидара сейчас огребет. Улетает. Не элиминант. Ну, Башер со второго удара, это тоже неплохо. И 3890 на руках у Сларка, это уже готовый Abyssal Blade. Тут Линкин сфера вообще была бы не лишняя. Вот с маками. Ребята гуляют. Ну, Абисал купил в итоге Сларк. Хотят поймать РТЛа, но тут ушел в другую сторону. Скади есть у Квапы. Она руками будет бить. Скади, Плейтмейл. Плейтмейл Керасный, я думаю. Два замеса назад я об этом сказал. Да, о, я тоже подзасыпаю. Лотус Орб. Кстати, отличный артефакт в этой игре. Лотус Орб у Фалка на Найтсталкере. Тот же Amplify Damage перевешивать или там стан от какого-нибудь назойливого Огрмага. Ну, в общем, много направленных скиллов, которые могут... Сларк просто под хайграундом убил селедку. Он забежал и убил его. Ты не видел это? Ну, типа замариновал. Я потом только вот на труп посмотрел селедки. Очень быстро, даже не успел переключиться. Да, прожал Abyssal Blade и, в принципе, воткнул ему топор в голову. Эмбер Спирит Мант оставил бежать. Да, успевает. Тут все хорошо. Эмбер Спирит Мансит здорово. Ну, ульта пошла от Мираны. Будут ли драться, не будут, сейчас узнаем. Есть Monkey King Bar, кстати, у Эмбер Спирита. Оставил Кристаллис сам по себе, купил МКБ. Да, ну, таким образом он не оставил себе денег на байбек, поэтому права на ошибку у него просто нету. Не планирует, значит. Значит, не планирует. Хватит уже, говорит, два раза байбекался в этой игре. Сколько можно? Сами байбекайтесь. Я же не алхимик, в конце концов. Это точно. Деньги из воздуха не делает. Ой, отличная стрела просто по... Туда бежать, кстати, можно там и остаться. Кидара так не считает. Врыв очень быстрый. По-моему, даже крит там прошел и расковыряло. Ну, дальше за Квапой. Какой-то странный фейт рекап. Изменение в опыте 0. Урона нанесено 0. А он в фисте, значит, это сделал. Типа не он вообще. Просто рука типа... Господа Бога коснулась. Ну глянь, отыграли 10 кусков по золоту и по экспириенсу 3. То есть отыграли, слили, отыграли, слили. Нормально абсолютно. Продолжает фарм. Безудержный фарм продолжает Кидара. 276 крипов он убил. Это не 400 крипов, как в предыдущей игре. Но зато здесь есть шансы на победу. Их достаточно, чтобы эту победу совершить. Рошан через... Ай, через дофига. На кого поставишь, кстати, мороженку в этом? На наших. Мне уже вообще терять нечего. Ставлю на наших ребят по-любому. Блин, я тоже на них хочу поставить мороженку. Фьюика здесь поймали. В случае победы мы еще получим один гем.
как приятно. Ну и Unstoppable Streak у Кидара. Смотри, сколько платят за одного героя. По 1000 за одного героя. То есть тут делаешь 5-6 это, киллов. Да, типа страта такая. Давайте мы наумираем стриков. Точно. Отдаем, а потом... Инвестируем денег как бы изначально. Да и дал скоро Эмбер Спирита. Я думаю, он по аналогии с... Ловят. Так, вижу замес. Бьют под БКБ. Плевать абсолютно с Лордара. Шел и бил. Ну и Харт врывается здесь. Ну и куда ты, Слизерин Краш, Лордар по БКБ? Что за... Психанул. Это сам. Точно. Просто по земле, знаешь, типа, черт возьми. Там типа Сларк в ульте был, и не было видно, что он в БКБ. Ну, забирают Т2 в это время. Т2 забирают. Мобильность хорошая. Эмбер Спирит практически неуловим. Во-первых, ремнанты прекрасно проюзывает здесь Иван. Во-вторых, есть Boots of Travel. Тоже по линиям летай не хочу. Мне кажется, удалось посеять панику в ряды команды Radiant. Маленечко они уже нервничают, ошибаются в замесах. Ну да, спокойно они себя не чувствуют, это видно. Несомненно, на руку команде RTTI. И забирают Рошана. Сколько тут? Под Solar Crest Storm, под Amplified Damage. Минус... Минус 18, минус 23. И бить, правда, не могут. Все в стане, постоянный баш. Ну и Кидара покупает себе Дейдалус. И нет денег на байбек, поэтому, конечно же, Аяга ему достается. Вообще герой дико имбовый, Эмбер Спирит. Ну, ты знаешь, это должны быть все-таки руки прямые, чтобы он был имбовый. Это точно. В моих руках он с этих фистов дэмэджа вообще не наносит. Ну, я на самом деле даже дело не в фистах. Вот ранние этапы я немного на этом герое отыграл. Там, может, матчи 5-6. И в целом у меня пабы там, да, не колоссально хорошие. Потому что мои руки не особенно. Но вот то, что этот Эмбер Спирит просто унижает при нормальном фарме, где-то минуты до 15-й, это жесть. Этот флеймгвард и чайны... Вот реально ты с Рэмбо становишься очень крутым. У тебя такая уверенность сразу, знаешь, да меня хрен кто убьет. Все, я постоянно на нем иду 9-2, там 10-1. В свою очередь у него достаточно мало хп, и если есть чем его зафиксировать на месте, то отлетает. Ну я играю против таких, которые не фиксируют, у которых еще меньше хп. Я проплаченный аккаунт. Да. Поймали харда, кто кого поймал, сейчас узнаем. Разворачивается хард, готов драться. БКБ юзает у нас летающий город, ловит Abyssal Blade. Ульта пошла от квапы, и Glimmer Cape от каната просто решает. Ну и здесь Кидара на харда, и хард лоу хпшный. Сейчас хард отхватит. Кидара фисты через одну секунду. Не достает. Крит не прошел, не получилось. Ну такое бывает. Уходит сразу вниз. Тоже есть вариант. Погоня за Кристалбэком. Вяжет его. Ой-ой-ой. Ой, какие классные криты. Бладвейл просто. Потрясающий просто. Насовал сам себе. Еще одни фисты, наверное, убьет. Хотя, глянь, как сильно огребает. Ну, оно того стоило вообще. Хотя у него эго, конечно, есть. Но слить 2000 хп, чтобы убить человека, который, кстати, не бил тебя вообще. Ты видел? Брист ни одного удара ему не нанес. Он просто бегал. Бладмейл делает свое дело. Эмбер Спирит, лоу хпшный. Нет, не лоу хпшный, я имел в виду в опасности. Ну и Харт прыгает у нас на Кидара. Ой, Кидара ой. Очень крутой крит прошел, но и Abyssal Blade ловит Эмбер Спирит. Харт сейчас без инвиза будет. Он в лотус арбе. В свою очередь погибает у нас Слардар, падает гем. Никто этот гем не забирает, вот только сейчас Найтсталкер забрал гем. Кидара нельзя умирать на самом деле. Ему нужны артефакты, фисты по RTL. Это уже Beyond Godlike от Кидара. Кидара лоу хпшные фисты. Нет, фисты не успевает проюзать. Байбеков. Кидара погиб. Байбек у него есть. Пока не юзают Мирана. Единственное, кто остался живых, наверное, надо юзать байбек. Потому что две стороны лучше, чем одна сторона. 2400 по голде, 6500 по экспириенсу. Ну. Все гемы, по-моему, отдали они назад. Да, два гема вновь у команды Radiant. Не байбек, а это Эмбер Спирит. Фьюика ловят. Сларк сразу же прыгает на летающий город. Ну и сейчас, кстати, надо Эмбер Спириту вернуться.
Я почти уверен, что ему надо вернуться. Ну, я уже уверен, что это поздно делать. Да уж. Ну, это есть центральная линия. Что этим пацанам мешает взять и на центральную линию пойти? Мирана, вот смотри, просто гладит вообще Фьюика. Полчаса била, ему плевать на это. Центральную надо дефать. Если там еще не вышли все. Ну, типа, можно просто ломать трон и заканчивать эту игру. Ну, Эбер Спирит, байбек, не байбек, нет, не байбек. Да ну ладно, почему нет? Бор срывается, падает третья сторона, ну, не понимаю, честно говоря. Ну, типа, уже 17 секунд осталось. Ну, и так это... сторона еще осталась. Это же важно. Хотя, глянь, ребята, отбили, отковырялись. Совсем чуть-чуть, давайте. Один-единственный барак. Теперь под смоками заходи, разбивай барак, и игра окончена. Да, сильно потрепали, и последний Т4, 200 хп всего лишь. Эмбер, пошел за рапирой? Или нет? Денег на нее пока не хватает. Знаешь, мне кажется, надо сделать каким-то... наложить какую-то обязанность на ребят и играть хотя бы по две игры в день вместе. Чтобы это ты было чувствуешь, так. Да, дискоммуникацию? Да, я прям вижу, как они... как им не хватает этих игр совместных. Сделаем. Наложим обязанность. Это дело такое. Наложить обязанность — это не снимать. Это несложно. Ну что, летающий город ловит у нас Одесского. Хороший удар прошел под Amplified Damage. Конечно же, еще и с Дейдаусом. И вот RTL. Red Dota. Queen of Pain забирает барак на мидлейне. Еще и Борза сейчас забирает. Мега крипы уже. Жду Эмбер Спирита. Рапира. А ее и взять негде, эту рапиру, на самом деле. Просто негде брать ее. Алхимик был в другой игре. Это точно. Тот, кому просто с неба падали рапиры. Ну фиг знает, как дефать. Ну, даже Эмбер Спирит это не сделает. У него нет никакого аджора, он будет постепенно терять хп. Нет того алхимика, например, который стоял бы и регенился по 100 в секунду. Надо идти нести своих оппонентов. Я бы на самом деле даже забил на Battle Fury, скорее всего, и... Хотя нет. Не забил. ВФ продавать нельзя. Ну или Манта Стайл. Можно Манта Стайл продать. Пройдут, если не пройдут. По-моему, Ваня... Да. Все, отъехал. Байбек от Кидара. Тут же байбек. Ну, без селедки сложновато будет, хотя как-то селедка не присутствовала в последнее время. Теперь о рапире можно забыть, как и, впрочем, я думаю, о шансах нашей команды. Не могу сказать, что я остался довольным после сегодняшних матчей. После вот второго матча, то есть если до этого они проигрывали, и можно было сказать, что ребята сыграли достаточно хорошо, но чуть-чуть не хватило, то здесь, мне кажется, ребята не отыграли, не показали игры. Да, так, есть такое ощущение. Ну, может быть, опять же, расхолаживание произошло после первой игры, и не собрались. Может быть. Рапира, кстати, была у Найтсталкера. Просто так уже повыпендриваться. Ну ладно, это его дело. Ну и по ГПМ у Эмбер Спирит 639, а Слардар меня интересует. Слардар 354. Ну и 274 оффлейнера. Это все плохо. Это очень плохо. Ну что, давай тогда что? Давай тогда подведем итоги. Подведем итоги сегодняшнего дня. Фан-гейм, я думаю, удалась полностью. Несмотря на то, что ребята проиграли ее, они достаточно хорошую игру показали. То есть, что барахтались, пробовали, пытались. 50 минут, по-моему, она длилась, так же, как и вторая игра. Но вот во второй игре, когда все были на своих местах, все были на своих ролях, уже не смогли они показать игры. Должны были, я считаю, они эту игру забирать. И, несмотря на все трудности, должны были ее выигрывать. Да, тут поддерживаю, безусловно. Но минус в чем? Мы уже обсудили.
наверное, недостаточная коммуникация, несыгранность. Или, опять же, может, это... Опять же, они играли одну серьезную игру. Кто знает, может, это случайный фейл. Хотя траблов было много, и вот там станы, дискоммуникация, когда Рубик Мирана, стрела, телекинез, не туда, не туда, не туда, не туда. Мы с Канатом играем, когда в пабы, и у нас Shadow Demon и Мирана на второй игре заходят, знаешь, так вот, как от зубов отлетает. По-моему, ребята играют уже 3 недели вместе, если мне память не изменяет. Да, больше даже, 4-я, хотя да, 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 да. Вот, и таких проблем уже не должно у них быть, если бы они отыгрывали совместные игры. Хотя бы пабы даже играли, если вместе. Именно всем стаком, впятером, они там вдвоем, втроем собрались, пошли там, покатали. Именно впятером необходимо им играть. И я думаю, нужно на них наложить какую-то обязаловку. Чтобы да, это... я думаю, поговорим по этому поводу, решим этот вопрос. Ну что... В принципе, что, давай смотреть Влада Костенко. С тобой мы уже прощаемся, как и с давай. Нашими зрителями. Всем удачи, всем хороших выходных. Увидимся, услышимся. Да, 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 до встречи. Пока-пока. Это был мой товарищ-помощник и друг по нашему общему делу. Это был Иван Шведов. Ну что, друзья, посмотрели мы матчи, команда экспериментальный матч провели достаточно ярко, мне понравилось, правда, там чуть-чуть отошли от задания, но это было их дело, и дело для них, в принципе, незнакомое, как и для каждого, у них было нестандартное задание. А матч отчетный проиграли, причем не сказать, что по игре. Пик был неплохой, можно было бороться, но... Какие-то проблемы, ошибки были. Будем разбираться, будем смотреть, в чем дело. Я знаю прекрасно, что после каждого матча ребята собираются в скайпе, обсуждают, разбирают свои ошибки. И моменты, где они не дорабатывают, дорабатывают уже в режиме тренировок, чтобы они в целом не повторялись. Ну, что в итоге хотелось бы сказать, какой итог хотелось бы подвести. Время идет, ребята улучшают свою игру, это факт, это видно, личный скилл растет, спокойствие тоже появляется. Не без минусов, конечно, но идеально ничего не бывает. Время идет, это Na'Vi подтверждают. Время идет, это подтверждает команда Rotus International, Hellraisers. Все подтверждают, и это, в принципе, прекрасно, что это время идет. А то сидели абсолютно одинаково, и ничего бы не менялось, и скукотища была бы страшная. Все, на сегодня мы прощаемся с вами. Приятно было находиться с вами в эфире. Спасибо большое всем, кто от начала до конца наблюдал этот выпуск вечерний. Вам, в принципе, хороших каточек, веселья, радости и всего-всего-всего. Вечернее шоу объявляю закрытым. 3 часа мы оттарабанили, все хорошо. Не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал. Безусловно, не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, YouTube, все абсолютно соцсети. Все для вас. А пока желаю вам удачи. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся.